Гоним, 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 мы почти рядом. Так, пиццерия аниматроников. Вот оно, друзья. Так, заезжаем аккуратненько. Офигеть. Офигеть. Все, мы на месте. Так, ну что ж, забегаем и... Ты чё? Закрыто, так сейчас... Красава, забежал, вломился просто. Нам нужна, короче, сила лайков, подписчиков. Так, вот у меня телефон, так, планшет. Так, в общем, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, и тогда мы сможем зайти в эту крутую пиццерию Фредди Фазбер Пицца. Прямо сейчас! Проставляйте каждый лайк, подписывайтесь на канал. О, я вижу, некоторые ставят, а некоторые не ставят, потому что кушают. Приятного аппетита, но лайк ты обязательно поставь. Мы ж тебя видим. Да. Прожамкай колокольчик, потому что мы тоже это видим. Да, и знаете что? Вопросичек дня. Напишите, раз серия такая, знаете, страшилок, чего вы боитесь? Вот чего? Может быть, вам страшно или нет? Может, вам страшно даже вот эта пиццерия? Или что-то другое? Может, зацени. Ух ты, там в окнах что-то видно. Прикольный. Тут, смотри, плакаты. Зыркой. Смотри, вверху даже написано Фредди. Да, о, вижу, лайки уже проставляют. Так, вот последний там. Ну-ка, ну, давай, девочка и, ну, и мальчик, ну. Ну, да! Отлично. Так, ну-ка! Вау, зашли! Зыркай, как клёво! Офигеть! Смотри, тут магазинчик! О, вот аниматроники, вот сцена! Машоп с минут на минуту начнется. Так, встаем и смотрим шоу! Машоу начинается! Погнали! Машоу начинается! Смотри, ого! Ого! Они тут симпатичные даже. Ма, смотри, какие крутые! Ого! Мы успели, друзья, на шоу! Во, какая она гитаристка-то! Ого, ва! Все неплохо. Мадам, мадемуазель. Страшно, пугающе. Ма, пока вообще не пугающе. О, смотри, это аллигатор. О, я не знала такого. Новый аниматроник. Прикольно. Чика, которая просто башпарит на гитаре. Слушай, Чика тоже крутая. Нет, да все крутые, вон лиса крутая. Чика чисто. Вау. Аллигатор, лиса и Фредди. Мы отправляемся на сцену зажечь. Ма, это шоу, да? Мы на концерте просто, ребята, на концерте аниматроников. Бесплатный концерт. Ма, вообще, смотри, да какая крутая, когти такая, мяу. Они милые, чего их бояться-то? Ну вот сейчас и узнаем. Это, кстати, хоррор-игра, сейчас узнаем. А ну пока все пьется, четко. Чика, чика, чика. Чика, Фредди. Я чисто Чика понимаю. Ма, чисто Чика. Ой, смотри, он лагать начал. О. О, у него, походу, прога сбилась. Ошибка, да, типа. Ошибка, детектед, короче. О, ма, он упал. О, смотри, ма, кто это сказал? Григорий, это я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл люк. Ман, сейчас подожди, звуки убавлю, да, что-то? Озвучка у нас, чисто озвучка. Наша озвучка. Громкость голосов, о, это, короче, озвучка, раз они говорят на английском, будем на русском, все, оп. Ладно, слушай, пока ты спал, я это... Люк в животе, это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят, это не место для игр. О, хорош, да? Он залез в живот. Да, смотри, выбрался. О, короче, мы играем за пацана. О, вот ты где. Он сканирует. О май гад. Сканирование завершено, как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Я Григорий. Грегори. Я сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Мать, что здесь вообще происходит? Ладно, давай смотрим. Я не знаю, пока что так. Очень понятно. Это она отключила тебя, она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто ищет тебя, твоя мама? Ци, я слышу ее шаги. Там было в отражении. Вот. Смотри. Идет вон сторож. Сотрудница службы безопасности. В отражении ты можешь увидеть себя. О, сейчас посмотри. О, да, смотри. Так, я не знаю, кто она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить? Не так громко. Возьми это. Сувенирные часы. Фас Фредди. Сейчас. Живот открыл. Да, сейчас мы все рассмотрим, друзья. Подождите, потому что слишком что-то... Ого. Смотри, сколько игрушек. Тут там так тематически все. Смотри, какая-то игра. Потому что нам сейчас... Давай отражение посмотрим, ну-ка.
Назад. А, вон видно, да, вон пацан. Вон, видите, как мы выглядим? Да, на крипово-мо. И он такой смотрит, ну так, берем. Ого-мо. Все, часики мы забрали. Глаза у него светятся, конечно. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа, однако не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф, но я запрограммирован ее не замечать. Она должна быть где-то рядом. Он активирует для нас эту кнопку. Да, найдите кнопку. Так вот, она светится синяя, нет? Нет, это часики. Это тап нажать. Сзади тебя. А, это? Да. Нет. Ма, ты что думала, так просто? Вот, смотри, наверное. А, наверное. О. Мы его выпустили. Отлично, Григорий. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. Какой Григорий? Хватит его Григория называть. А как? Грегори? Да, там нет ничего страшного, у тебя все получится. Ма, уже начинает скрипота. Но они, смотри, так-то криповые. Давай я буду за Грегори читать, чтобы ты там не это. Все, давай. Да, у нас лучше вот так будет озвучка. Я буду аниматроника крипино озвучивать. А Ма, короче, Грегори. Грегори. Так, там нужно проползти вентиляционную трубу. О, сохранение. Так, станция сохранения. Ну, давай сохранимся, да, Ма? Да, давай. Оп, сохраняемся. Все. Ну, слушай, ну что-то уже... Ну, слушай, ну как-то слишком темновато тебе, не кажется? Слушай, крепота какая-то. Так, а где вентиляция? Бедничать. Где вентиляция? Вон она, вот. А, вот это. Вот, нет, это... нет, это огнетушитель. Вот. Нет, это капсула типа сохранения, мы как будто здесь сохранились. Так, сейчас... Ох, слушай. О, Е... Спейс до прыжка. Все понятно. Короче, там надо запрыгивать вот сюда. А, нет. Не, подожди, на коробке попробуй. Так, и что дальше? Попробуй не сюда запрыгивать. Так, все, пойдем. Короче, вот тут что-то подсвечивается. Может, на Е надо как-то нажать или... Не, не работает. Офигеть, ма, уже сложно. Что светится на полу красненькое? Назад оглянись. Баллон какой-то. А, это мы обратно возвращаемся. Так, ну нам надо как-то забраться в вентиляцию. Надо сначала ее найти. Ты посмотри наверх, она вообще там есть? Не видно. Не видно, да. Так, ну что ж, сейчас мы посмотрим. О, использовать, а что там использовать? Это вот это, ну давай. Это, наверное, сохранение. Да, ну, не знаю. Да, последнее сохранение. Да, это сохранение, ребят. Ну, мы поняли, как выглядит сохранка в этой игре. Так, здесь вот что-то есть. Может, нам в самый темный угол? А, вот, смотри, я нашел. А, мы нашли. Господи, страшно. О, лезем. Ма! Ты говорила, там это... Там что-то торчит? Ты говорила, это не страшная игра? Ну, мне уже... Я уже нервничаю, крепотища. Рокси, ты сегодня великолепно выступила. Спасибо. Твои волосы прекрасны, твой хвост прекрасен. И все смотрели на тебя, все любят тебя. Все хотят быть тобой. Ты лучше, спасибо. Я лучше. Кто это мотал? А, это, походу, не после концерта обсуждают. Вон она, смотри, стоит. Вон она, видишь? Да, вижу. Ого, это Рокси ее зовут. А я Лисая. Она сама с собой разговаривает. А-а-а! Ма, капец, крепота. Так, лезем. Блин, не люблю узкие пространства, пролезу. Ма, клаустрофобия. Да, ребят. Боязнь замкнутого пространства, если кто... Ты это слышал? Ползи вперед, блин! А-а-а. Слушай, ползи просто, пожалуйста! Так, Ма, я ползу. Что за жесть, ребят? Такое ощущение, как будто за нами кто-то ползет. Так. О, кто-то играет на гитаре. Так, лезем, да, кто-то на гитарке. Так, похоже, это соседняя гримерка соседнего. Так, мы лезем. Давай тогда... Оп, давай заценим. Да, это... этот. О, Чика Ма наяривает. А, это Чика наша, да. Она тренируется. Ну, она, молодец. Она, похоже, такая, знаете, прям трудоголяшка.
Так. Сюда ползем. Так, вроде бы ты, по-моему, назад ползешь, нет? Не-не-не, нормально. Смотри, бэм-бэм-бэм. Ого, там плакаты, красиво. Теперь мы на Чику посмотрели, отлично. Кто у нас еще остался? Аллигатор. Фредди мы посмотрели, эту мы посмотрели и... Так, все, мы тихо-тихо-тихо. О, выползли. Вау. Интерком, люди, леди и джентльмены, благодарим вас за внимание. Надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней планового техобслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный стакан лимонада, где вы подпишете юридические документы, освобождающие нас от ответственности за произошедшее с вами в ходе визита. Желаю прекрасного вечера, с нетерпением ждем вас. Что с ними произошло? Что-то, видимо, случилось. Что-то случилось, видишь, юридические документы, которые освобождают от ответственности. То есть, получается, аниматроники могли кого-то сожрать. Они же... Требуются билеты за кулисы. Мы не можем зайти за кулисы, потому что у нас нет билета. Ну, красиво, так, кстати, все сделано. Красиво. Темно. Ой, этот робот к нам повернулся. Он? Да. А, ого, требуется третий уровень. Так. Чтобы с ним поговорить, да? Доступ к нему получить. Да, это, видимо, зал, где все будет происходить. Так. Вау. Вон, кстати, смотри, вон они, мы их можем видеть. Играет. То есть, мы, интересно, можно подойти? Давай посмотрим. Это там стекло, походу. Ну а, да. Нет, это... А, да, стекло не можешь пройти? Да, 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 стекло. Да, стекло. Офигеть. Ну-ка, интересно, можно зайти в гримерку? Мать, что ты меня пугаешь? Требуется уровень 5. Ты вообще пока не уровневый, понимаешь, ты. Тут кто-то единичка. Гремит, сейчас я. Так, звук сделаю. Так, громко. Ну давай вот так вот, ну-ка. Да а чё, пусть гремит. Да громко гремит. Страшно тебе. Так, to main space. Нам надо выпустить вообще. Так, вообще 10 требуется уровень. Так, а как нам его выпустить, ма? Надо вопрос. Ух, надо сначала гитара. Найти его гримерку. Ну, давай поищем. Походу, она следующая, вот это. Вот. Вот он стоит, так. О, господи, смотрит, смотрите. Блин, а как его вы... Он нас использует, ребята. Он нас поёт. Мат, что такое говоришь? Осуждаю. О. О, тебе понадобится пропуск фотографии, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что она у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Угу. Так, прилавок с едой. Капец, да? А, так, прилавок. Видел, по... О, что-то ну-ка. Сумка. Ну, давай заберем, сумка. Давай заберем. То есть, смотри, тут как РПГ получается, то есть. Так, задание. А мы можем ее открыть? А вот не знаю, не знаю. У нас тут камеры, 3 камеры сообщение. Есть. Пока только это сообщение. Пока, значит, мы просто ее забрали, может, она нам пригодится. Так, сцена, прилавок с едой. Но его здесь мы явно его уже нет. Проходили? Да, мы его, я думаю, проходили. Побежали. Так, давайте посмотрим. Так, о, вау. Так тематически, да, все? Блин, я что-то кушать захотела. Ну, сейчас найдем прилавок с едой, мой поешь. Тут слушай, нет, может тут... быть, туда? Нет. Тут слушай. Нет прилавка с едой. Ха. Непонятно, непонятно. Ладно, давай сходим тут, посмотрим так, в ту ребят, сторону. Так, ребят, ищем прилавок с едой. Может, он дальше? Ну, по идее, мы должны дальше. По логике, да. А что это за полоски такие? Это когда я бегу, видишь? Когда а, я бегу, скорость. Они тратят, да, скорость. Понятно. Энергия, так скажем. Ух ты. Мадам. Вон, он стоит, сама с собой болтает. Мадемуазель. А вот, кстати, этот люк, в котором мы были там. Да, да, да. Блин, красивая. Дома? Но мы туда зайти не можем. Пока что. Ману, красивая. Так, прилавок с едой. Может быть, где-то вообще здесь выход есть? Ну-ка, вот здесь три дверь какая-то. Требуется Фредди. А, то есть мы туда пойдем. Значит, все где-то находится в этой локации, да? Так, ну, короче, мы сейчас будем тогда искать, а как все, найдем? Ищем. Мас, снова срочное включение. Я так подозреваю, вот эта моя дверь, ну-ка. Давай, открывай ее. О! Так, она сама открылась. Пролазим. И тут смотри, как, как буфет. Ну, непонятно было, что буфет. Красиво. Смотри. Одна бесплатно. Фото. О, забираем. О, все, фотопас. Отлично. Ты так, молодец, ну, что... теперь выпусти меня, пожалуйста. Как он понял, что мы нашли? Да, это очень странно. Так, возвращаемся.
Видимо, у него есть возможность как-то следить, подключаться к камерам. Это же аниматроники, это вообще капец. Это главные злыдни. О! О май гад, господи. Так, задержать. А, держать, звезда, я знал, что у тебя получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад в полости пуза. Время еще есть, нам нужно торопиться. Если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному выходу через технический коридор. Это самый безопасный путь. Ма. Ладно, но лучше смотри под ноги. Не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило в сосиску. О, смотри, для использования внутрь Фредди сейчас, ну-ка. Окей. Я что-то не хочу внутрь лезть. Малезем. А, смотрите, тут прям пункт управления какой-то. О, мы ходим, теперь смотри. А, мы им управляем в натуре. Добраться до главного войс пицца плекса. Так, идем он туда. Фойе. Ого, такой звук. Фойе. Слышишь, да, звук такой? Ну, он ходит. Звук вообще... Сейчас я прибавлю даже. Чисто, что чтоб... убавлю, то прибавлю. Ну, да. Вот, ну-ка. Ладно, супер. О. Пам-пам. Идем, идем, идем. Слушайте, ну, блин, опять эти темные помещения, конечно. Ну, хотя бы свет есть из глаз. Здесь закрыто. И робот-уборщик. О, чем, почему он закрыт? И чем там? Ванесс, эй, малыш, если ты тут, то это... Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Григорий, даже если нас заметят, со мной ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы путешествуем вместе, однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до войс до полуночи. До чего? До фойе? Да, ух ты, мысли, тут, короче, туман такой. Слушай, ну, реповенько. Слушай, я бы... Мне страшно. Такая моя, я боюсь, мне страшно. Я на самом деле прищуриваюсь, честно говоря, не люблю играть такие. О. Ма боится. Господи, что за космолет, как будто какой-то... Я чувствую, что ты... Фредди, я в порядке. Нет, я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. Смысле, на это нет времени, это я нет в порядке. Времени, я в порядке. Так может ты говоришь, ну, что да, я да, слышу, да, да, Григория. Ого. Что-то не то, да? Что-то он темнит. Он привез нас в какой-то медицинский пункт? Или что? Куда он войти в медпункт, да. Чё за фигня? Какая-то чертовщина, короче, происходит. Мне кажется, он что-то темнит. Ну давай зайдем в медпункт, а как а как? Зайти, да? Вот именно, я думаю. Ну, сюда мы пролезть опасность, не можем. Опасность, что там написано? Опасность, что-то там, высокое напряжение, да. Уходите. Вот за занавесочку, наверное. А, да, вот, ну-ка. О, смотри. Она Фредди, во время блокировки ты должен быть не тут. Я не знаю, как только оказался офицер Ванесса. Ну, сегодня ты отличился по полной, твоя система дала сбой, ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей обслуживания ограничили тебя по питанию. И говорят, что это мера предосторожности. Еще одна проблема на наши головы. Извините. Ладно, слушай, до закрытия осталось 15 минут, но тут за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомил остальных. А теперь возвращайся в свою комнату. Ого, нормально. А, то есть он прям вообще нас спас. Говорю же, блин, пропустила. Я ничего не сказал, ты в безопасности. Короче, он типа говорил ему то, что он тут бродит, ходит, ищет нас. Да, 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 идем дальше, так. Ну что ж, возвращаемся. Идём. Так спокойно, типа, вышел аниматроник такой погулять. И она да, такая, да, типа... Да. Возвращайся, я даже следить не буду за тобой, что ты там, у тебя же помехи какие-то так. были на сцене. Да, 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 это очень странно. Так, ну-ка, здесь? Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццаплексом. Это технические коридоры соединяют все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда угодно? Верно. Гонки, Рокси, все эти места открыты для ботов, сотрудников. Достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. Потому что я в животе у него сижу, походу. Да-да-да-да-да. Идем.
О, зарядка. Ой, зарядка. Низкий заряд. Низкий заряд. Че делать? Низкий заряд. Не знаю, но, видимо, идти вперед давай. Пока что. Прикинь, сейчас он сломается, зарядка сядет, да и пипец. Он сломается. Пипец будет. Ой, опять эти роботы. Так, идем просто. Под заключением каким-то. Так, идем. Что-то мне прям крипово. Так, и что делать-то? Что, боишься? Да возвращайся, пока мне кажется, это как-то если он разрядится, наверное. Если он разрядится, то мы останемся внутри живота же. Ну да. О. Походу он разрядился. У Фредди закончилась энергия. У Фредди закончилась энергия, он не может помочь вам до следующего, до начала следующего часа. Ха. Мне ужасно жаль, цикл подзарядки не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через часы, если вдруг попадешь в неприятности. Не знаю, получится ли у меня сделать это в одиночку. Смотри, пошел в комнату подзарядки. О, это зарядные камеры. О, я думал это... Блинский капец. А я думала сова. Так, ман, ну что ты крик? Все одна сумка. О, сумка, забираем. Интересно, что это за сумки? Да фиг его знает. Ну, забираем. Так, сейчас посмотрим. Нажать на таб высвечивается. Давай. После того, как ты берешь сумки. Так, сообщение. Хранение продуктов. Зайди сюда. Вниманию работников кухни. Нет, перед закрытием смены все продукты должны быть убраны из хранилища. Привет, Грегори. Ну, тут все пока это. Да, это просто сообщение. Так, здесь закрыто. Ну, так, ладно. Значит, это вот сюда. О, сохранение. Такое это... стоял. А? Там кто-то стоял. Да? Да. Нет, мне показалось. Мал же сыкует от всего. Ма, это просто банки. Да, ну похоже было. Ой, звук такой. Это что, туалет такой страшный? Это Чика, может не удастся ее чем-нибудь отвлечь? О. Так, источники шума. Нажать Е для того, чтобы сбить предметы. Ага. Так, капец, ну, да крипота. Она в мусоре роется. Что он там делает? Так, надо банку взять. Прячься. Там еще какой-то выход был. Ну, походу, тебе надо сейчас спрятаться. Нажмите, ого, для переседания. Красное означает, что вас заметили. Ого, стелс, чистая игра начинается. Assassin's Creed. Все так. Эта область закрыта. Ой-ой. Ну давай, ты желтый, блин. Не выходи туда, страшно. Ой. Тебя заметили. Не, нормально. Так, что делать? Красный, это означает, что тебя заметили. Нет, я понимаю, да, куда дальше-то? Может, в туалет надо спрятаться? А, не его, пройти просто мимо. Жесть, ребят. Маты говорила, не страшно. Не страшно! Что это за здание? Бегите, такое? Бегите. Ох, сейчас, походу, надо будет бежать, ма. О, май гад. Ну все. Сейчас будет что-то страшное. Господи, что за блин эти. Коридоры, мат, тебе. Они нравятся? Нет, я не люблю такие коридоры. Так, ты же знаешь. Сохранение. Сохранка, давай. Так. Давай в эту сохранимся. О. Монти, вот ты где! Он за нами бежит, не оборачивайся! Все, бежим. Лобби. Ты потерялся? О, блин, у меня энергия кончилась. О май гад, Чика. О, блин! Это мальчик. А, блин. Офигеть! Ай, блин! Так, тикай! Офигеть! Жесть, ребят, вы когда-нибудь бегали, когда вам страшно, у вас ноги ватные становились? Ай, блин, у меня энергия кончилась, так. Бегом! Чё он говорит? Блин. Отлично, Григорий, ты нашел комнату охраны. Там ты будешь в относительной безопасности. Дверь сконструирована таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях. Пока двери остаются закрытыми, они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Господи, у нас еще электропитание. Энергия осталась, все 15, они пытаются выбить дверь. Как мне отсюда выбраться? Офигеть!
Сохраняй спокойствие, на пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так, теперь мы можем активировать протокол системы безопасности. Давай, активируй протокол. О, что это? Выбраться, подключитесь к коллектор питания. Теперь твои часы подключены к системе камеры. Взгляни на карту на часах. Ого. Квадратики — это ближайшие камеры наблюдения. Красные значки тревоги, переключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. А как переключаться-то? А, вот. А нет, а во, ого, нифига ма. Во, это он стучит к нам. Офигеть, а вон Чика ходит. Какая-то она как зомбированная. Офигеть. Так, окей, что нам делать-то? Подключиться к... Найти безопасный маршрут к главному выходу. Так, мы подключились, значит, сейчас. Так. Ну, туда. Сохранка. Уж сохранишься на всякий случай? Да, давай. И сейчас мальчика такая резко, бац! Все, побежали. Не могут сюда зайти, еще их двери сдерживают. Но все равно страшно. Не, они тут ходят, уже ходят. Слышишь? А. Все, мы выбрались. Мегапиццаплекс. Закрытый. Выполнять запуск ночных протоколов. Че, свет вырубит, походу. Нет, подожди. Нет, подожди, я все еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Грегори. Ты упустил свой шанс, надежда все еще есть. Ты можешь сбежать, когда в 6 утра откроют защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытайся не привлекать все внимание. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе найти его. Обещаю. Прикинь, сейчас просто везде свет вырубят. Вот это жесть будет, конечно. Короче, мазадри! Та-та-та-ра-ра-ра-ра! На-на-на-на-на! О, опять эта комната детская игровая. Опа. Так. Ого. Сейчас солнце должно выйти. Да. Мал. По-моему, я реально злодейка. Слушай, а мне идут роли злодеев озвучивать. Задумайся об этом. Новый друг, что тебе не спится? У нас пижамная вечеринка. Где твои друзья? Можем рисовать пальцами, рассказывать истории. Пить шипучку, пока наши головы не взорвутся. И есть только одно правило. Не гаси свет. Не гаси. О, нет! Нет, беспорядок! Ма, бежим, сейчас, короче, может, все будет. Может, не будем гасить свет в натуре, может, так пройдем? Ма, так, ну-ка. Оп. Берем пропуск охранника. Нажимаем, смотри, ма, на носик нажали, открылась мордочка. Забираем так. Карточку. Ой-ой-ой. О май гад. Нет, зачем ты это сделал? Включи свет. Я предупреждал тебя. Ты чё так крипово озвучиваешь? Ма, это офигенски. Oh, Дрянной мальчишка. Ты должен спать. Тебя нужно доказать. Баиньки. Манец. Так, сейчас. Так, берем фонарик. Так, я включил. Так, бежим. Все, давай, быстрее. Так, все, масс сыт, слышите? Так, сейчас, вот первый генератор. Так, подсказочка, так. Перезарядка фонарика. Так, нажимаем, отлично, пошел. Так, сюда. Ой, не сюда, так. Ой, так, ма. Так. Ты заблудился, что ли? Нет, пожалуйста. Ма, тихо, так, сейчас тут спускаемся. Так, где луна? Солнце, луна. Так, второй, ой, вон он ходит. Ма, ты видела? О май гад, да, я видел. Так, подымай. Страшная такая. Так. Так, идем сюда. Не смотри, главное, вниз, пожалуйста, только через решетки не смотри. Так. Нужно найти всех плохих детишек, ты плохая детишка. Ма, так. Так. Еще один генератор. О, отлично.
Так, бежим наверх. Еще два, да? Да, да, да. Там пять всего? Так. Что, страшно тебе, да? Ума, да. Я по голосу слышу. Так, все. Идем. Идем. Ма, сейчас, сейчас, сейчас. Ма, ну конечно страшно. Еще один. Остался один, остался один. Так, ну давай подумаем, где он может быть. Так, что там Острахова? Вот сейчас вообще самый криповый момент. На последнем он начинает бегать здесь. Он начинает бегать. Так, ползем. Кошечки, кошечки. Пожалуйста, прикинь, Ма, сейчас... Ма, я постараюсь. Вон он! Блин, блин, звуки страшные, звуки страшные. Я... Ай, блин, вон. Ай, так, блин, бежим. Блин, жди, забеги уже куда-нибудь, пожалуйста. Я бегу, я бегу, я бегу. Блин. Ну? Сейчас, 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 сейчас. Вон он, вон он. Ты... Блин, Женя, какого ты рядом с ним бегаешь? Ты сейчас, что, сейчас, 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 вот он! Я! Yeah! Да будь oh свет! Ма, все! Та-ра-та-та-ра-та-та! Все, ма, мы прошли! В натуре страшно, мы были близки к поражению. Та-та-ра-та-та! Та-ра-та-та-та! Где он? Ма! Где он, ма? Не-не-не-не-не-не-не-не! Только давайте без скримеров. Нарушитель! Нарушитель! Тебе запрещено появляться одет в саду! Угроза безопасности! Угроза безопасности! Вау-вау-вау-вау! Чика! Так, Фредбер, я прячемся! Ищу, Чик. Так, прячемся, Фредбера! О, успели, ма! Все, мы внутрь залезли, нам не страшно. А почему, кстати, нам Фредбер этот помогает? Значит, почему? Но мы не узнаем. Ой, ма, смотри, какие они криповые. Хорошо, что мы можем внутри него спрятаться. Блин, Чика, она тупая. Она же видела, что мы залезли внутрь. Ма видела, но вот. Так, все, нам надо отсюда уходить. Так, мы выбрались, мы выбрались. О, господи, это было ужасно. О, следите за временем. Так, эй, пацан, выходи. Мы всего лишь хотим тебе помочь, говорит Монти. Это крокодил, если что. О, сбежать? Ой. Наше время почти истекло. Нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество падает, попадает, значит, в этот момент освещение гаснет. И когда это происходит, по зданию броет воспитатель детсада. От него не получится скрыться. Блин, так он будет... Постоянно, что ли, будет бродить? Получается, ма. Это солнце и луна. Так, все, идем. Так, у нас пока полная зарядка. Опа. Ого. Он знает, что мы внутри. Да. Не трогает. Смотри, не трогает аниматроника. Ой, блин. Моя ж испугался. Интересно, кстати, сделан, что они не трогают своих. Опа. Хотя знают, что там мы внутри. Так, нам надо как-то вот здесь обойти. Так. А. Где он? Ну, сейчас он опять перед тобой появится. Идем аккуратно. О, так. Проходим, проходим. Смотри, наше лицо везде просто нарисовано. Да, да, так, все, отсюда здесь, по идее, выход. Во, отлично. О, вау. О, капсула, капсула. Так, мы идем в зарядную капсулу. О, залезли. Ой, ма, смотри, как будто искажается что-то. Что? Ма, за... смотри. Это кто? Это кролик? Зайка? Ма. Банни? Ма, что-то сейчас произойдет, ну-ка, читай мой диалог, готовься. Что это было? Это фонтан. Фонтан — это декоративный водоем, который попадает вода под давлением. Я не о фонтане. Неужели ты не видел женщину в костюме кролика, что танцевала прямо перед нами? Нет, не видел никого. Никаких кроликов в мегапиццерии Плекси нет. И больше нет. Это какой-то бред. Будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю. Я хочу помочь тебе. Может, они тоже хотят тебе помочь? Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. Ма, вот это крипота, да, была? Просто тут все призраки. Хорошие новости. Главные двери откроются через 5 часов. Хорошие новости. 5 часов? Я не протяну здесь и 7 минут. Сохраняй спокойствие. Если мы снова разделимся, ты всегда можешь позвать меня через часы. Если у меня будет достаточно заряда, я приду к тебе на помощь.
Ага. Мам, то есть смотри, еще какая-то есть кролик, бани какая-то. Это а очень интересно. А он не видел, потому что он спал на зарядке. Нет, он ее в принципе, видимо, запрограммировал не видеть, ма. Так что нам это надо будет разгадать, почему он ее не видит. И кто это такой вообще? Или кто такая? Ну, да. Он сказал, что девушка в костюме кролика. Нам нужно идти дальше. Теперь ты можешь пройти в главный атриум, благодаря своему новому пропуску. Так, идем в атриум. Главный атриум это где? Сейчас, короче, мы разберемся. Пока спускаемся. Сейчас сохранимся. Там эти роботы, блин, капец. Мы так идем, слышишь, да, по звуку. Да, но мы из металла. Ой-ой-ой, что он ко мне подходит. А он может тебя как бы схапать, что ли? Ну я не знаю, но давайте будем рисковать. Ты же аниматроник. Ну да. Так, главный атриум. Где может находиться главный атриум? Сейчас я сначала сохранюсь, и потом мы пойдем в главный атриум. Так, выходим. И сохраняемся. А ты не можешь сохраниться в Фредди? Нет. Так. Сейчас мы пойдем искать главный атриум. Сохранить. Все отлично. Так, ма, ну чё, пойдем? Ну, пойдем. Страшно. Залезаем, короче, обратно во Фредди и идем в главный атриум. Главное, что у нас зарядка пока нормальная, ребят, держится. Полная. Зарядка вообще отлично, да. То есть мы такие идем, все нормально. А ты запомнил, кстати, где эти зарядные станции находятся? Конечно, ма. Так, ну вот это, я так понимаю, главный атриум, лифты. О! Григори, мне удалось найти две возможные точки выхода. Под кафе этаж первый расположена главная подгрузочная станция, а в призовом уголке этаж 3 есть пожарный выход. Взгляни на часы фаз, я отмечу обе локации на твоей карте. Ну понятно, короче, все, поехали. Ой, я вылез. Похоже, у тебя нет фаз-карты. А, похоже, что у тебя нет фаз-карты, ты можешь взять ее у администратора. Так, все, поехали. Администратор? Сейчас узнаем, ма. Прикольно, они сделаны реально под ребенка, то есть туда только ребенок залезет. Вообще, это типа подарочный отсек. И типа там торты раньше были, да. Он же вначале это говорил. Очень похоже, как будто бы... Да. Там станция управления какая-то просто. Да, ма, согласен. Нифига, мы что-то долго прям едем. О, какой прикольный потолок. Вообще, потолок прикольный, вообще, да. Ой, мне кажется, мы приезжаем. Ага. Так, какие двери откроются? О. Привет, возьми карту пропуска. Офигеть, мам, вот это... Что ты такой резкий, блин, бот? Вообще офигел, что ли? Спасибо. Все, ладно, мы тут, короче, с ним прощаемся. Мы аж от неожиданности вывалились из-за мы того просто Фредди. Вывалились, да. Так, ладно, пойдем дальше. Ну тут нам уже с ним не нужно, да, нам надо вниз. Вау, ничего себе там залы. Зал, прикинь, такая игровая, это прям огромный мегамолл. Так, идем в эту сторону. Пусто. Ребят, вы же тоже хотели оказаться в супермаркете каком-нибудь закрытом на ночь? Один. И забрать все, что там есть. Ма, вообще-то да. Так. Вообще-то да, вообще-то мы уже взрослые, но мы тоже захотим. О, фонарик сейчас зарядим. На всякий случай. Прикольно, что везде показан Мишка. Ну, то есть, получается, он добрый. Он добрый. Так, здесь проходим, смотри тут. Так, проходим. Тут, о, смотри, зарядная станция и... Должен предупредить, я не смогу добраться до тебя, если в том месте отсутствует сигнал радиолокации. Ты можешь обновить свою мини-карту в комнате охраны. Береги себя. Так, сохранимся, ма. Какой-то тот Фредди проблемный, он что, все не может? Ой, ма, вентиляция. Что у него там радиолокация не работает, еще какая-нибудь фигня. Ой, блин, опять мы по этим туннелям лезем. Ненавижу туннели всякие маленькие, узкие. Ребят, не страшно. Страшно. Можно глаза защурить? Я защурила глаза. Ма, ты слышишь? А чё ты молчишь? Звук какой-то странный. Слышишь? Играет шкатулка. Да. Ма. Так. Ну это походу какой-то нейтроник, да? Ма! Это что?
Что это за фигня? Что это такое? Я не знаю, так бежи. Просто, пожалуйста, не оглядывайся, беги вперед. А, блин, ес, успел. Там какой-то аниматроник просто нам бежал, какой-то паук, мат, ты видела? Я видела, ты его лицо видела, оно было в кетчупе, а это соус был по-любому. О, вот это страшно, так заряжаю, вяжешь это. Вот это прям. Капец, он реально страшный был. А что страшнее, он или солнце и луна? Он. В натуре он страшнее. Так, все. Какой-то туалет. Если смотреть на внешний вид. Так, сейчас. О, это выход. Блин, почему везде так темно? Вы чего гоните, ребята? Так. Сейчас точно кто-нибудь выпрыгнет. Я знаю, это так всегда бывает в таких помещениях. Чика? Какого она тут делает? Где она? Она говорила что-то, я... О-о-о-о! О, боже, кто хочет конфетку! А, бежим. Нет, спасибо, твои конфетки я откажусь, пожалуй. Бежим. А, у меня кончилась скорость. Успел! О май гад, она прям здесь! Грегори! Так, сохраняемся, масса, охраняемся! Офигеть, она прям здесь была, смотрите, еще чуть-чуть, она бы успела. Ух! Все, на этом, друзья, я предлагаю пока закончить. Это было мощно. О, взять пропуск охраны, отлично. Да-да-да, так, нажимаем. Комплекс охраны, так, ма, ну что ж, погнали. О, она идет. Фредди, ма, что он говорит? Ты меня слышишь? Я в ловушке. Чика нашла меня, и здесь есть только одна защитная дверь. Какая досада, но у меня есть хорошие новости. Похоже, с помощью этой консоли можно воспользоваться системой онлайн-доставки пиццы Фазбер. Что? Как это может помочь? Чика обожает пиццу. Мана стучит. Так, нажимаем. О, компьютер пиццы. Добро пожаловать в виртуальную систему быстрой доставки Мега Пицца Плекса Фредди Фазбера. Поздравляем, вы выиграли бесплатное премиум улучшение. Могут взиматься дополнительные сборы. Давайте начнем. Теперь вы управляете одним из наших квалифицированных ботов в пиццерии. Следуйте инструкциям в левой части игры. Ман, это сыр! Офигеть, смотри, я ботом управляю! О, так мы готовить сейчас будем, прикол. Вообще прикол. Так, о, сыр. Время идет, смотри, питание дверима. Видишь слева индикатор? А, офигеть. Надо быстренько. Она может дверь взломать. Она может взломать, да, о. Капец. Офигеть. Так, надо... Соответственно, надо соус добавить сейчас, соусы. Так, давай. Блин, капец, ребят, пиццу мы еще не готовили. О. О. Соус есть. Сыр. А, я в натуре, я не то сделал. Быстрее, мое время идет. Блин, надо было сначала соус, а потом сыр, да? Да, я перепутал. Ну, на панике. Так, все есть. Мы успеем? Я не знаю. Так, мясо надо добавить. Мясо, блин. Мясо сейчас добавим, ребят, сейчас мясо добавим. Ой, что-то прям вообще напряжно. О! Базарит с нами, у нас все, типа. Теперь надо добавить не мясо. Не мясо? Ну вот это, видишь, написано вверху, не мясо. Блин, испечь надо, так, быстро время кончается. Очень мало времени, а если мы не успеем? Маноч нас съедят, как пицца. Так, заталкиваем. Блин, что так долго все открывается? Ой-ой-ой. Шо? Не знаю, время. Е-е-е, забрали. Чудесно! Чтобы обеспечить безопасность в свое время доставку, наш сверхсовременный отслеживатель пиццы позволяет доставить пиццу вам домой или по месту пребывания. Могут взиматься дополнительные сборы за удаленность. Так. Она рядом. О, блин! Ю налево! Какая же ты крепкотюшная! Все, она робота съела, отлично! Шикарно. Ваша пицца доставлена. Пожалуйста, оцените нашу работу. Ма, 10 из 10, Чик. Так, все, надо уходить отсюда. Так, зарядить. Она меня напугала. Ма, да она на меня напугала. Всех запугала. Так, все. Так, идем. Надо отсюда выбираться.
Блин, капец она душная вообще. Мат. Так, ладно, блин, все. Все, встретись. О май гад. А что, и что делать? Я не знаю. Что ее там колбасит? Так, выбираемся, выбираемся отсюда. Надо вдруг... Что он там делает? Я не знаю, жрет что-то. А, ну пицца попала? Походу. Походу, походу, мам. Блин, эти аниматроники такие страшные, оказываются, ребята, я думала, что они милые. Так, надо отсюда выбираться. Выход. Бежим. Ты особо-то не... Ой. Так это... Я нашел погрузочную площадку. А, да. Но здесь ничего нет. Здесь есть большие гаражные ворота, но я не вижу способа выйти. Видишь эти управления сбоку? Похоже на то. Здесь есть странный закрытый ящик со значком. Это управление погрузочной площадкой. Что-то здесь не так. Похоже, кто-то изменил уровень полномочий. Тебе нужен намного более высокий уровень допуска, чтобы выбраться этим путем. Возвращайся ко мне как можно скорее. Ой, мо, нам надо, короче, выбраться с этой погрузочной площадки, но все двери заблокированы. Так, ну что ж. Ма, начинается приключение. Это получается у нас ночь с этими аниматрониками. Ой, фонарик. Все, надо отсюда выбираться. Все, мы погнали быстренько. Надеюсь, больше скримеров не будет. Ма, надейся. О боже, че... Ма? Не свети в нее фонарем, пожалуйста. Ма, тебе страшно? Ма боится, слышали? Она руки к носу поднесла. Блин, а че ты? Ма, я тебя палю. Куда она ушла? Я не знаю, так, аккуратно. Я закрыла улицу. Ма, тебе честно... Маты даже... Ну не, реально, в натуре страшно, сейчас за вопрос такие. Ты ходишь в темноте, тут еще чика это бродит. Тихо. Она тут. Я вижу. Не включай фонарь, пожалуйста. Не включай, все, тихо. Сейчас она пройдет, и мы сможем пробежать. Так. Она стоит. Она идет. Ма, что ты орешь? Мне страшно, тихо. Тихо. Ма, что ты там, ма, что ты притих? Не хочу я твои конфетки, я съешь их сама. Так, ну-ка сейчас. Не вылезай. Ма, да я не вылезаю, я камеры посмотреть. Так. Я смотрю, где она. Мне все, кажется, она прям тут стоит. Так. Блин, вот это жесть, ребят. Вот это экшончик просто. Так, бежим сюда. Прикинь, мы сейчас просто на нее выбегаем. Так, напряженочка. Можешь по углам не светить фонарем, пожалуйста? Ха-ха, манен. Ну ты поворачиваешься, вдруг она где-нибудь за углом стоит. Капец вообще. Так, это роботы. Нам надо здесь... Так, аккуратно. Не палимся. Ой. Мой гад, что это было? Меня отбросило, ой. Блин, они не видят тебя? Ну, типа, они же тебя могут схватить. Ну, типа, да, но... Тихо, аккуратно, здесь вот этот. Так, вот с фонариком едет. По-моему, я слышала там шаги. Ой-ой, прям на меня посветил. Блин, капец, ребят. А-а-а! Блин! О-о-о-о! Прячемся! Вот это жесть, ребят! Тихо, ма! Грегори! Так, сейчас посмотрим, где она по камерам. Жесть, ма? Конечно! Вон оно, рядом. О май гад, она прям тут. Она походу... Так, сейчас вы вылезем. Тихо, ма. Ма, паникерша, смотрите какая. Ма, что ты паникуешь так? Так, нам надо вот сюда или куда? Я же боюсь крепоты, ты знаешь об этом. Вот, возьмите карту. Прочь с дороги! Ма, Ванесса! Ма, так симпатично.
Ма, Ванессу озвучивай, все. Ма звучит Ванесса. Вот это поворот. Где это я? Ты только посмотри на это. Фредди, Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. А наверняка ты думаешь, что ты очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как тебя зовут. Ты влип по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь, в бюро находок, пока за тобой не приедут родители или полиция. Ничего себе. Нас... Смотри, ма. Ну как, тебе весело? Ма, мам, мне весело, текаем отсюда. Так, у меня есть отвертка. Нифига, да, поворот? Она прям следит, и там экран ее лица. Ой-ой-ой, так. Да-да-да, так, отлично. О-о. Блин, почему все такие резкие, резко хватают нас? Ай, смотри, смотри, начинает экран искриться, она рядом, значит. Когда экран искрится, крольчиха рядом. Так, быстренько бежим, 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 бежим. Крольчиха? Так, все. Грегори! Грегори! Фредди, помоги, крольчиха нашла меня. Если ты получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси, это этаж 2. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через строительные ограждения. Найди меня. Что-то блокирует мой сигнал. Приходи к гонкам Рокси. Мать, ему нужна помощь. Офигеть, что происходит. Я слышу. А, вот это говорит. Я слышу тебя, уже иду. Ма, вот это вообще экшон начинается. Че с Фредди, ма, надо его быстренько найти. Мы сейчас на гонки идем. Значит. Мы сейчас идем, да, на гонки Рокси. Та-та-ра-та-тай. О-о. Сейчас опять будет какое-то лицо на полэкрана. По-любому, опять какой-нибудь робот нас схватит. А нет, на этот раз нет. Так, бежим, бежим быстрее. О, Рокси. Надо быстренько бежать. Так. Я уже понимаю, что эти на экрана просто лицо аниматроников были. Ма уже это привыкла. Ма, ты привыкла или? Или никогда не привыкнешь? Нет, как скримером ты привыкнешь? Так, заходим. Ого. Так. Кстати, по-моему, существует опыт. Если людей постоянно пугать, они уже привыкают к тому, что им страшно постоянно. Тихо, ты видела там фонарик? Так, сейчас аккуратненько вот здесь. О, вот он. Тихо. Он еще быстрый такой. Оп. Ма! Ма! О, это же... Ма! Фред, Фредди, Фредди! Что с ним случилось? Может, он разрядился? Ты в порядке? Вот ты где. Я так волновался. Я ждал и ждал тебя. Я пропустил подзарядку в этот час. И пытался пробраться в отдел запчастей обслуживания. Мне кажется, что-то тут не так. Смотри, ума, он покореженный. Смотри, он. Видишь? Что я могу сделать? Помоги мне добраться в отдел запчастей и оборудования. О, фонарик разряжается, так. Супер, у нас вообще и Фредди разберемся. Фонарик, конечно, могу. Как нам туда добраться? Он находится под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Это единственный известный мне способ попасть туда. Ой, жесть. Воспользуйся дверью, что находится за мной. Она приведет тебя в репетиционный зал с другой стороны здания. Найди билет за кулисы, а затем попытайся включить лифт. Удачи тебе, звезда. Перехожу в режим отдыха. Go, little rockstar. Хорошо, я постараюсь. Так, ну что ж, заряжаем фонаричек. Ну чё, так, сохранимся, конечно же, да, ма? Ну да, даже не мешало бы. Так. Ну что ж, ма, давай погнали дальше. Ну, погнали, что делать-то? Бежим, Фредди, короче. Надо, короче, помочь Фредберу. Друзья, ну я считаю, надо Ты потерялся? Ма, это Рокси. Господи, Рокси. Тут у нас и Чика, и Рокси. Да все. Ты голоден? Все хотят нас покормить. Конфетку дать. Слышишь, она вон там идет. Да. Так, тихо. О, тихо. О-о-о-о, блин. Роботы тоже какие-то недальновидные, недальнозоркие. Так, текаем, текаем, она там идет, она там. Фу, бежим, бежим, бежим. Прятаться вечно. Мама го, так. Так, сейчас... Мы не прячемся, мы бегаем, по сути. О-о-о, полегче. Вот это, вот это, вот это было. Чё вообще? Заскриптованный робот какой-то.
Так, здесь пробегаем вот так. Чисто сейчас надо тут все этих роботов. Опа, опа, это робот там? Это ничтожество, она нас оскорбляет. Маза, что хейтит нас? Маза, капец, что-то хейтит. Непонятно, что за хейт необоснованный. Маза, вообще что-то хейт необоснованный. Поясните, пожалуйста. Маза, что хейт такой? Не знаю, ничтожество. Замечательно. Маза, вообще что-то хейт вообще жесткий какой-то. Так. О-о. Так. Эй, пацан, выходи. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Эй, пацан, или может... Так. Не сакуй, выходи, карнавал. Поиграть. О. О-о. Он... Тихо. Я бегу. Просто беги. Ван, Русеван. О, так, сейчас, ну-ка. О. Фредди сказал, что где-то здесь можно найти билет за кулисы. Ну слушай, пока проходим хорошечно. Ой, пока... вот здесь вот я чую моя попка, что здесь будет что-то резкое. Вот прям комната располагает. Ма, комната прям располагает. К какому-то скримеру. Стул тут лежит. Походу по хребту кому-то. О, смотри, подарочек. Так, ну-ка, забираем. Ма, слышишь, музыка такая. Так. О, билет за кулисы. Я могу найти панель управления лифтом. Ну что ж, зарядим фонаричек. Такая еще зарядка мне прикалывает, прям Фредди так и нарисован. Так. Самый добрый здесь аниматроник. Самый добрый. Ой, а тут сохраняловки не было? Вот здесь вот будет... Сохранялки нету. Женю, это там. Ой. О, мы вышли. О, слышишь, кто-то буянит, крокодил этот. Монти. Ума, он злится. Я не знаю, что это за дыхание такое. О-о, смотри. Что это? Краны все погасли. О, нажимаем. Ой, здесь какая-то душа. Ума, сейчас что-то будет. Здесь еще кое-что есть. Что это? Выглядит старым. Грегори, что ты сделал? Что-то случилось? Я снова могу использовать связь. Похоже, ты исправил мой сигнал, спасибо. Его сломали, аниматроник. Я вижу тебя на мониторе. Считай это вторым дыханием. Фредди, я вижу Рокси и Монти по камере. Вон. Они направляются в комнате. О, они здесь. Не пускай их, защитные двери оснащены электрическими сдерживателями. Средства, значит. Они будут пытаться сломать дверь, нажимая соответствующую кнопку. Удар током должен их оглушить. Ладно, ну как мне выбраться отсюда? Видишь эту большую шахту в полу? Возможно, ты стоишь прямо на ней. Если я смогу добраться до комнаты под тобой, то смогу попытаться открыть ее. Впусти меня, когда я тебе буду махать на экране. Похоже, все двери заблокированы. Следи за мной по мониторам. Если я помашу рукой, нажми вперед и открой дверь. Капец, Ма, смотри, они просто вот... Вообще, напрямую. Замес у нас тут начался просто. О-о. Ванни, это крыльтиха. Быстрее, Грегори, я не могу остановить ее. Все, 5 минут питания помещения. Ты видел ее? О, вот он машет. Да. Так, все, отпускаем его на первой двери. Все, он забежал. Ой, уже ломятся. О, боже, ребят, вот это жесть, конечно. О, все, током дали. Так, следим за монитором. Ма, следи по монитору. Она тоже ломится. На тебе. Пипец, я... Вот он машет. Вот здесь. Нажимаем. Все, он зашел сюда. Ма, капец, да, вообще напряженка. Вот это мы крутые. Просто в центре управления дверями и всем вообще. Так, следим за мониторами. Ищем, короче, Фредика. Ма, Федор, короче. Будем у нас Федор. А это Гриша, Ма. Гриша и Федор, ты все. Ты видишь меня? Он спрашивает. Ты видишь? Значит, он где-то уже стоит. А, вон он, все. Федор, заходи. Ма, Гриша, это вообще шустрый. Все, будем звать Гриша. Какой Грегори? Гриша и все. Скорее всего. Гриша и Федор. О, стучит. Федор. Гришка и Федор. Так, пускаем его. Получите разряд по хребту. Вот у нас здесь стучит. Не здесь, вот здесь? Да, вот здесь. Все, отлично. Так, следим по мониторам, следим. Так, он нам дает. Вон там где-то бежит. Скорее вот сюда, он, вот он. Скорее сюда, говорит. О, все, проходит. Опа. Задание обновлено. Так, сейчас. Так, за кулисье.
Так. Опачки, уже не работает. Уже не работает, так. О, все экраны, короче, померкли. А что происходит-то? Что за нам тут оставаться-то? Дожидаться своей участи, что ли? О, все, открывает, открывает. Красава. Спрыгивай. О. Мне очень жаль, я не смог найти управление лифтом. Мне удалось лишь найти эту круглую штуку. Что ты машешь? Следуй за мной в атриум. Это диск с программой для сценического шоу. Если ты используешь его в звуковой кабине, то сможешь запустить развлекательную программу, которая активирует лифт. Купец его клинит. Офигеть, да? Ну все, пойдем тогда. Федор, пошли. Так, сохранимся, ну, конечно же. Мы просто Федоре на горе, короче. Дыши. Ма. О. Опа. Нифига, Федор шустрый, ма. Офигеть вообще. Слушай, ну на самом деле у него такие цвета, красный, оранжевый, довольно такие яркие, агрессивные цвета. Ну да, моя. Но, тем не менее, он добрый очень. Ну добрый. Всякие розовые няшные чики, блин, извините. Внешность обманчива. Ма, внешность всегда обманчива. Так, заходим сюда, так, проходим. Ну пока вообще все отлично, мы Федора нашли. Все пока нормально, так, идем на сцену. Пока нормально, ребят. Пока живем. Все, просто, люблю. Просто сейчас надо нажать и все, вот на эту кнопочку. А, ну давай. Он говорит, иди туда на сцену, активируй диск и нажми на кнопку. Все, Ма, я жму на кнопку. Ма, нажали, короче, все, спускаемся. Фу, да, пацан, о, о, о. О май гад, сколько времени эта лунатерь поймает нас? Скоро. Скорее, нужно добраться до зарядной станции, за мной. Ма, тут луна, короче, офигеть. Лундро приперся, какого фига вообще? О-о. Вау. Так, бежим, бежим. Что это за звездочки у нас перед глазами? Бежим, 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 ну, бежим. Ну что, нас прыснут снотворным или что это такое? О, заходим быстренько. О, ма. О, нет. Федор. Вот собака. Ма, Федор. Он стащил Фредбера! Ма, Федора украли, капец! О-о! Капец! Короче, друзья, мы сейчас пойдем за Федором. О, жесть! Вообще, ставьте лайк! Я в шоке, вы видели это? Фредди, ты меня слышишь? Там Фредди, нужно вызволить его. Где там? Где там? Ма, как... А! Блин! Возьми карту! Боты с картами вообще пустые, сумасшедшие. Фу, ненавижу эту штуку. Мавна, так, все сохраняем. Вася, дойдем. Ой. Ой, Ванесса, смотри. Да-да-да. Отличные новости, его можно вернуть родителям. Нет, нельзя, оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада, если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Ма, более дерзко. Его зовут Грегори, знаешь, как я узнала? Его часы фаз все время твердили это имя твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори. Ванесса, все часы фаз говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей и обслуживания не натянет твою оболочку. На новый эндоскелет. Ванесса, не оставляй меня в таком виде. Она жесткая баба. Ма, ну вы... Ма. Я даже не могу по-злобному ее озвучивать. Ма, ты должна вот так, типа... Так, слушай сюда, Фредди. Ты, типа, слишком заигрался. Грегори, я так рад, что ты жив. Фредди? Грегори, используй консоль. Гриша, используй консоль. Я, короче, буду звать Гришу, мне не знаю, это Грегори. Улучшение силы. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую опцию. Войдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить. И типа она ушла такая, и все. Да, да, угар. Спокойно, ну, нормально. Что они с тобой сделали? Плановое техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе.
При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящийся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняйте отключение защитных протоколов аниматроников. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. Хо-хо, крутяк, сейчас... Надо его голову натянуть. Да, сейчас мы будем разбирать аниматроника так аккуратненько. Для успешного подключения головы Фредди повторите правильную последовательность, нажимая мигающие кнопки на верхней части экрана. О, хорош! Было просто. Отличная работа, теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Опа. Ну пока изи. А что, будет сложнее? Ну, потом дама. Я моргнул, я не посмотрел куда. Красный для зеленого. Да я шучу, ма. Ну пока вообще изи. О, все, отлично. Все пройдено. Мада, я, получается, механик аниматроников. Отличная работа. Фредди полностью исправлен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Ой, сейчас покинем. Как покинем, нас поймают. Манисцы. Так, завершите улучшение. О. Здесь столько всякой техники. Что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов. Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, фазер-бластер или фаз-камера могут сработать. Где его можно найти? Фаз-бластер можно выиграть фазер-бласт. Фаз-камера частенько конфискует на территории гольфа Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в зеленую комнату в комплексе Рок-звезд. Возможно, там удастся найти билет. Воспользуйся служебными лифтами в задней части помещения. Они ведут комплекс Рок-звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Рокси. Интересно. То есть нам надо фигачить светом в аниматроников, чтобы они ослепли на секунду. Да, о, смотри. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти, мы можем тебя улучшить. О боже. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытались меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет вразрез с нашей программой. Офигеть, дома. Так, сейчас зарядим фонаричек. Ну, наконец-то. Отлично. Ой, что? Фонариком нельзя светить в глаза так резко? Фонариком нет. Ну-ка, давай почитаем вот эти сумочки. Что здесь вообще написано? Так, сейчас подберем одну сумку. Сейчас все прочитаем. Так. Мы сделаем из нашего Фреддера мутанта. Просто мутант, мам, прикинь. Так. И сохранимся. Много-много столько вообще. Да, сейчас все прям... Мне кажется, это про каждого аниматроника. Про каждого, да. Все, читаем, короче. Мне прям интересно. О, улучшение Чики. Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасный результат во время живого выступления. Роняющие подносы боты. Хаос, травмы у гостей. 12 судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендую произвести замену. Нифига, да? Пипец. Так, у Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки, но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. О, она видит через стены, прикольно. Монти. Улучшенные лапы Монти Макгрегори позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждений становится слишком высокой. Ха, прикол. Капец, один может нас разодрать, другая может нас... Просто покричать там ухо, и мы отколюжимся. Так, ну что ж, сохраняем, короче. Так, теперь, короче, нам надо идти вот сюда, к лифту. Так, ну что ж, садимся, короче, на нашего этого Фредбера. Фредди. Ники какой. Я его с клювом не могу представить. Так, все, погнали. Смотри, тут, кстати, проходы для каждого аниматора. Да, но открыт только один. Наш красный. А он закрыт, да, был? Да, наш закрыт. Так, идем к лифту. А, в Рокси. Так, вылазим, нажимаем на лифтик. Она же видит через стены. Ну да, очень странно, кстати. Ну, смотри, такая просто репа стоит. Ну, милый все равно. Ну, милый, да, Фредди прикольный. Мы его спасли, кстати. Ну, глаза светятся страшно, конечно. Да, ты знаешь...
Они сделали как бы вот эту милоту, оставили, но крепотища чуть-чуть еще присутствует. Ну конечно, блин, они там все крепотушные. Та-тай! Най-най, мы едем. Это знаешь, как подписчик там угорает? Ты чувствуешь, что мы поднимаемся на 10 этаж? Да. Мне там подписчик писал, короче. Вы вот угораете во всем этом. А вообще-то история FNAF грустная. А мы такие, знаешь, проходим, такие, эй! Ну что поделать, музычка веселая, мы веселимся. О май гад! Фредди, убирайся из моей комнаты! Такой, я иду. Так, о, Ванесса. Ванесса, Ваня. Привет! Нам надо вот сюда, короче, пробраться. А что, типа Ванесса не видит мальчика? Ну, не знаю. Вот в эту комнату к Чики, вон она. Так, ладно, сейчас, короче, мы заныкаемся вот здесь. Так, я вот здесь нас там вылезаю. Да. Так, все, я здесь вот вылезу, отличненько. И сейчас мы побежим туда открывать. Ладно, ну что, мы побежали, короче, забирать. Все тут довольно все простецки. Просто открываем комнатку Чики и все. Круто, да? Мама. Вау. Так, ее здесь нет. О, красиво. Чик валяется. Вау, смотри, давай хоть просматриваем. Мы тут... О, детские кроссовочки. Офигеть, я когда игрушки. Рисовала Чику, помнишь? Это вот это я Чику рисовала в виде игрушки. Да-да-да. Блин, смотри, как красиво тут вообще. О. Все такое розовое. Опачки. Так. Билет на вечеринку. Отлично сработано. Опс. О-о! Снова это лунная тварюга. Так. Так, бежим. Иди на зарядную станцию, ты сможешь увидеть их местоположение на карте. Так. Так. Блин, вот это темнота. О-о. О май гад! Так, сейчас. Блин. Ну все, у нас начинается просто экшончик, ребят. Начинается экшончик. Сейчас кончика вылетит. Оп! О, хорош! Фу, успели. Хорош! Так, все, мы в этом. Так, это просто уходим. На вечеринку. Он позволит тебе пройти на территорию аттракционов. Все, отлично, тогда уходим. А мы в ком сидим-то? Мы во Фредди залезли. А, господи. Я сейчас даже не поняла, что мы в него залезли. Так, ну все, вылезаем. Мы отсюда. Ну все, пойдем. Мы дальше. Всё, давай! Ну все, мы пошли Фредди. К Монти. Фредди здесь не может пройти, видишь, он не пролазит. А что, нагнуться не может? Ма, нет. Так, ну все, бежим. На вечеринку. Ма, пойдем на вечеринку. А что ты так хихикаешь? Что это значит? Что он так хихикает, ребят? Так. На всякий случай. Зарядим фонарик. Ма, ну сейчас увидишь. Ма страшно, ма сыкует. Ма, ты что, реально сыкаешь, что ли? Ну, конечно, чё, у меня от тебя голос поменялся. Так, все, идем, ма, туда. Так, ну что ж, побежали, короче, ма, навстречу, на вечеринку к Монти. Это аллигатор, если что. Супер, сейчас повеселимся. Готова поспорить, у тебя нет... Ма, за что такой хейт необоснованный у них? Это душнота какая-то, блин. Просто хай. Так, нам сейчас надо по всему быстренько комплексу пробежать. Вон к Монти, вон туда. О, вау, я вижу уже роботов, которые катаются. Ну, мы просто бежим. Просто прикиньте, пацана разыскивает, мы бежим просто через весь комплекс. Да, да, спокойно вообще, на открытой территории. Никто нас же не видит, да? Ма, по-моему, это идеальный план. Хочешь, чтобы спрятаться, хочешь спрятаться, спрячься у всех на виду. Кто вообще программировал этих роботов? Никто не будет скучать по тебе. Ма, просто... Просто так, зарядим фонарик. Вор фонарик заряжает. Тихо-тихо чаю наливает. Гриша просто, знаешь, такой вандал варюга. О, вот оно. Смотри, как красиво. Мы попали в джунгли какие-то. Тут, кстати, очень тематически. Смотри, такой. Тин-тин. Такой, эй, привет, с нами будет весело, проходи ну, на вечеринку. Хотя бы не прыгает нам в лицо своим лицом. Масса ждаем. Вас приветствует гольф Монти Гатора. Аттракцион, где вас ждут ураганная победа с первого удара в настоящее время. Найди комнату охраны в дальнем коридоре. Фотографировать со вспышкой на территории гольфа Монти запрещено, и здесь часто конфискуют фаз-камеры. В основном потому, что их продают только на территории гольфа Монти. Очень хитрый маркетинговый план. Так,
у нас... Ма, запоминаем маркетинговый план. Откроем с тобой бизнес, сделаем, короче, пиццерию. И будем также камерами обманывать посетителей. Ма, по-моему, хороший кто план. Кто будет в пиццерии покупать еще дополнительную камеру? Ма, кто угодно. О, смотри, как тематически, да? Друзья, знаете, это мне напомнило чисто в Дубае вот такой же парк тематический. И такая же музычка прям. Вон, это крокодилы тут игрушечные. Вон. А, боже мой. Круто, да, смотри, такой тематический парк. Офигеть, мне нравится. И музычка такая. Так. О май гад. Так, аккуратно, аккуратно. Мне кажется, сейчас сюда... Нет. Пробегаем, пробегаем. Он сейчас увидит, он сейчас Ма сейчас увидит. Ма видит. Ма увидел. Блин, у них такая траектория движения непонятная вообще. Они как-то крутятся. А, блин. Мамочка. Офигенские. Вот это скример. Тан-тара-та. Мне тут музыка так офигенски нравится. Та-та-та-я-ра-та-та-я-ра-та-та-я. Так, отлично. Много фонаричек. Ой, сейчас бы пожрать, ребят. Я когда боюсь, мне жрать постоянно. Молодцы, трусцы. Сейчас все пройдем. Комната охраны уже рядом. Зайди в нее и попробуй найти способ остановить Монти. Так, мы помним, что у Монти цап-царучие когти. Цап-царучие. Так, на всякий случай сохранимся. Мы же не хотим заново все это проходить, верно? Верно. Отлично, да. Так. Что-то не очень как-то хочется. Так. Где-то здесь находится... О! Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение доступа, беги. Опа! Сигнализация! Внимание, внимание! Вот мы встряли, конечно. Да мы вообще капец, мы встряли. Так, забираем. Так. О, билет. Забираем, короче, здесь. Шестой уровень доступа, неплохо. О, неплохо. Забираем все, что тут есть. И текаем отсюда. Кто о, банк, смотри, камера. По ходу дела здесь. О! Да, отлично. Ну-ка. Это фаз-камера. Если ты попадешь в неприятности, воспользуйся вспышкой камеры, чтобы оглушить аниматроников. Только учти, что вспышка не сработает на Монти, поскольку он носит солнцезащитные очки. Ах, он... Да они же не солнцезащитные, они же розовые внутри, или фиолетовые. Ну, есть такое. Так, ну все, давай посмотрим, как она выглядит. Вау, смотри, круто, да? Вот, так освещает. Да. Это мгновенная камера, когда фотки уже сразу печатаются. Так, ну что, уходим отсюда. Полароид. Полароид. Так, на всякий случай сохранимся, Ма. Ну, как бы мы камеру взяли. А у меня параноид. У меня параноид. У Ма в натуре параноид. Так. Ума. Блин, он сейчас обратно поедет. Живем. Так. Смотри, следы чикины. О, да, они или крокодилины. Крокодилины. Так, куда он там уехал-то? Сейчас его едет. Смотри, с тумана такой. Нереально, тематический парк Дубая, ма, просто. Рыба наверху, скелет. Да, офигеть, смотри, неоновый. Блин, красиво. Реально, тематический парк Дубая. Вау, красиво. Так, ну пока мы нормально идем. Пока вообще отлично. Идем. Так, все, сейчас в лифт. Тай-ра-та-тай-ра-та-та-р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 а-та-
и уезжаем отсюда. На финальном битва? Или нет? Ума, не знаю. Так, ну что? По одному аниматронику, видимо, оглушить будем. Сейчас мы чисто будем оглушить, как рыбу. Все, едем. Ума, едем. Так, ну что? О, мы приехали в какой-то центр. Прикольно, ма. Ну, в принципе, они все похожи. Если честно, я бы плохо ориентировалась на данной местности. А, я хотел, я думаю, зарядка фонарика, это умывальник. Так, все, проходим сюда. Спасибо, что не писсуар. Так. А, я знаю, кажется, что это. Сейчас, ну-ка. Сейчас он проедет, я сейчас забегу. Там Фредди говорил про какой-то лабиринт. Да, вот он. Итак, в лабиринте есть вентиляция. Доберись до нее.
Офигеть, нам, короче, его надо передвинуть головоломкам. А, блин, как ты, блин, из двери его. Блин, поймали! Нормально, нормально, живем, живем, живем. Ну сейчас она нами кради крокодилы побегут. Все нормально. Так, ну что ж, у нас этот лабиринт. Так, короче, друзья, запоминайте шифр. Если вы вдруг встряли на этом лабиринте, рассказываю. Только, знаете, надо вот так прям впритык к кнопке, а то могут другие нажаться. Это баг игры. Смотрите, три раза нажмите на три. Смотрите. Раз. Два. Три. Следующее. Смотрите, видите, стрелки эти были наверху. Ой, дверь открыл. Так, вот здесь нажимаете рычаг вот так. Теперь нажимаете один раз на цифру один. Вот они двигаются. Теперь обратно. Ё-моё. Теперь три раза на цифру три. Комбинация кубик-рубик. Раз. Два. Три. А теперь что, там меняется что-то? Да-да-да, меняется, меняется, меняется. Так, потом вот так. Потом два раза на цифру один. Раз. Два. И три раза на цифру два. Вы уже даже все запутались. Ма, ты запуталась? Ну, вообще-то мне интересно, как ты, типа... Все! Вот так, друзья, комбинация... Ма, ну как? Мысленными манипуляциями? Мне кажется, очень много есть комбинаций, ребят. Ма, всего одна. Всего одна. В смысле? Вот это, да, вот реально. Все, мы прошли. О. Блин, опять! Сейчас опять по-любому будет тот с бубенчиками. Он же лазит в этих... Ма, бубенчики. В вентиляционных трубах. Ма, да вроде нету. Так. Я слышу, по-моему, его. Это мой крокодил, слышишь? Это у тебя в животе урчит. Урчит, да, в животе. Так, выскакивает. О. Так, ну ладно. Похоже на как финальная моя локация, ну-ка. Что это за... Надо попадать. О, запустили механизм. Ну что ж, покатаемся. Опа. Хо-хо-хо-хо. Здравствуйте, надо очки снять, стащить. Смотри, какой крутой, ма. Смотри. Что грязный такой? Что грязный такой, манимус? Смотри, он такой, типа, смотри такой. Рок-н-ролл. Ну что ж, ма. Вау. Бежим. Он выглядит на самом деле пугающим. Нифига себе не выглядит, ма. Он смотри, как бежит. Так, все тихо. Ну он не страшный. А, ма, поиграй. Не страшный он. Так, все, сейчас, короче, я надо... Я тоже смотрю. Давай! Так, где он? Я его не вижу. О! Я фонарик не зарядил. О-о! Здравствуйте! Блин. О, побежал куда туда. Блин, я фонарик мой не зарядил. Так, а что это за шары такие? Это, короче, надо ведро наполнять этими шариками. И что будет, если мы наполним? Ма, ну увидишь, короче. Так, все, проходим. О-о, где он? У Монти подорвется пукан. Где? Вон он, рядом. Ты малыш. Так. О, блин. Ой, он бежит, бежит, бежит. Блин, у меня фонарик-то что, разряжен. Это подзарядка для фонарика. Слушай, лучше бы ты назад оглянулся. О-о! Бежим! Был, что ли? Ну он рядом бежит, ма, сзади меня прям. Так, тихо, вроде бы нет. О-о, вон он. Вон он, тихо. Да. Он сейчас сюда придет. Да тихо, тихо, ма. Блин, я мимо, что ли, все? Так. Может, ты уйдешь? Может, да, ты уйдешь, не мешай нам шариками гулять. Да, не мешай. Да. О, отлично. Так. Мне кажется, проще просто за ним бегать. Он здесь, он здесь, он здесь. Нормально, нормально, нормально. Привет, пока. Капец, тут лабиринты так. Просто. Не ходи туда, не ходи. Ладно, ходи. Ладно. Где он? Где он? О май гад, он где-то... А! Тихо, текаем. Текаем. А как понять, наполнилось или нет? Он же не... Сейчас, ба, сейчас, сейчас. Так, где он? Его нету, так. Не знаю. О-о. О май гад. Где он?
Где он? Я его не вижу. А, вон, все, вон, вижу. Так, надо еще немножечко осталось наполнить. Давай, уходи, уходи, уходи. Убегай. Ну, бегает он смешно. О, где-то прыгает. О, мой, он прям здесь где-то. О, вот он. Приветик. Чего ты нас малышом называешь? Так, все текаю, текаю, текаю. Мы сейчас я отмалышим, короче. Так. Да где он? Там. А, вон он. Он бежит здесь сюда, он да? Он бежит к нам. Да-да. Так, пипец, текаю. Пипец, блин, ребят, он реально, он прыгает еще и приземляется. О, все, можно сбрасывать. Так, бежим вот сюда. Оп! Смотри. Что ты ржешь, олигарх? Пока! Бам! Вау! Смотри, как круто! Бам! На! На! Походу мы все сломали. Очки такие упали рядом. И ты такой встал, типа, крутой американский ковбой. Это Яма, это Монти. Ой, это Гриша. Смотри, музыка такая. Да? Забираем когти. Офигеть, мы его вообще сломали полностью. Такая музыка? Я хочу музыку ему послушать, чтобы это прям вообще красиво встречать. На полную катушку. Пам-пам-пам-пам. Парарарарарарам. Та-та-та-ра-та-та-тай. Та-та-тай. Да. Так, сейчас я звуки обратно, чтобы это нормально. В смысле, он это да. Так, все, уходим отсюда. У меня фонарик разрядился. Уходим, уходим, уходим. Сейчас по-любому опять какой-то скример. Ай, блин, я не могу залезть. Манец цифтроце. Все будет нормалиос. Наверное. Очень темная вентиляция. Ну, у меня фонарик отключен. О, не, у меня есть. Сейчас, живем, живем. О, мы выбрались на кухню. Так, сейчас надо... О, фонаричек надо зарядить. Отлично. Так, и надо текать, короче, отсюда к сохраняловке и к апгрейду Федора. Так, сейчас посмотрим, где эти роботы. Интересно, как он с когтями будет. О, тихо, тихо. О. Тихо, 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 тихо. Так, пробегаем. Эти роботы просто такие глупые. Они не видят, блин, ближе, чем на 2 метра перед собой. Так, сейчас надо, короче, к лифту. Блин, а... Нам опять между ними бежать, да? Ага. И не попасться еще. Так. Сложно, ребят, давайте, болейте за нас. О! Нормально, нормально, живем, живем. Они, у них траектория движения очень дурацкая. Очень, да, 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 неудобно очень. Блин, поймали! Нормально, нормально. На всякий случай. Вот они ловят, получается, и вызывают аниматроников, да? Да, да, да. Сейчас посмотрим через камеру. Так. Ну, вроде рядом с нами никого нет. Да, никого нет, отлично. Сейчас он отъедет от этой, и мы вылезем. Так, сейчас здесь покрутится. Вот он, здесь. Так, вылезаем. Все, выходи, выходи. Так, куда бежать? По-моему, сюда, да? Да, да, да. Ты уверена? Да, 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 правильно бежишь. О, все, здесь сохраняловка. Все, сохраняемся и едем Федора апгрейдить. Вот это капец, конечно. Ма, ну просто ее аллигатор надрали. Офигенно, да, было? И, то есть, получается, вы собирали эти шарики просто для того, чтобы они... Чтобы наполнить корзину, да. А откуда мы знали, что именно она... Хороший вопрос, Ма, хороший вопрос. Но я думаю, знаешь что, Гриша здесь очень долго живет, он, считай, умеет чинить аниматроников, он, типа, за них, он прям жесткий фанат, он все знает. Хоть Гриша и, блин, немного годиков, но я думаю, он умный пацан, Ма. Так он же просто пришел в тусовку, нет? Он тут ночь одну проводит. Ну, да. не знаю. Теории. Друзья, если хотите услышать теории, мы прям реально... Может, знаете, проведем такой, знаете, финальный стрим по ФНАФку. А может, не знаю. Так, бежим сюда, короче. Так, может, я проведу, может, вместе, не знаю, короче. Так, все, идем сюда. Ой-ой-ой, тут надо, короче, вернуться обратно.
А, все, мы в центральном зале, ребят, короче, мы вышли. Сейчас, короче, надо к Рокси вот сюда пробежать и идем чинить просто Федора. Это получается здесь центральная сцена, вон там сцена. Да, это центральная сцена. То есть мегаплекс не такой уж прям гигантский, то есть его можно выучить. Так, все, короче, мы проходим сюда. Ма, похож просто на этот, как он, театр больших действий. Так, сейчас мы отсюда вылезем. Смотрите, мы сейчас прям реально бежим к Федору. Торопимся к нашему просто Феде. Федю сейчас проапгрейдим. Ой, мне кажется, сейчас какая-нибудь крипотушина вылезет. Не-не-не, Ма, все нормально, все нормально. Манисцы. Смотри, ну, насколько я уже выучил. Так спокойно во ФНАФе, да, получается? Ма, ну да. Как бы... Ну, хотя у нас был замес. У нас все замес, да. У нас игра должна дать нам передышечку. Ну, все, да. Вот мы на аллее рок-звезд, короче. Сейчас мы приходим в комнате, комнату вот Рокси. Вы же в Рокси. А, мы же в Рокси вышли. Да, это единственный лифт, который работает. Вот он лифт, короче, в мастерскую Фредди. И здесь мы сейчас попадем в мастерскую Фредбера. Все, сейчас проапгрейдим Федора. Блин, прикольно, да? Федор, идем! Я все равно подозреваю, что что-то будет еще. Мачис такая собака-подозревака, короче. Ну, конечно. Эта игра не дает расслабиться никогда. Ма, расслабь булки. Ма, булки сжаты, сейчас короче. Сейчас я расслаблю, а потом как-то пугаюсь, и все. И все, Ма, и обделалась. Ма, угадай, какая дверь откроется, это или вот это? Вот это. Вот это? Левая. Это? Левая. Так, да. Все, выбегаем. Так, Федор, сейчас мы тебя проапгрейд. Так, сейчас сохранимся на всякий случай, чтобы Федор нас не съел. То мало ли что будет. В смысле, он нас не съест, он же добрый. Если мы неправильную комбинацию нажмем, то он нас съест, Ма. Спорим? Что? Да, да, да. Но он же говорит, это он... Вот мы опять на кнопочке будем? Да, он же говорит, он не в себе, помнишь? Он сказал, я не в себе немножко. Так, ну что ж, когда он во время... О, улучшение Монти. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Так, ну что ж, сейчас будем менять ему руки, Ма. Собирать аниматроника, офигеть, да? Смотри. Так мы полностью ему руки поменяем. Конечно. Откройте обшивку. Так, следуйте инструкциям. Итак, мы механики. Так, сейчас надо нажать. О, аккуратненько. Отключите цветные провода, чтобы демонтировать старую руку. О, Ма, запоминай прям, запоминай. Желтый, зеленый, желтый. Желтый, зеленый, желтый, красный. Ма, даже не запомнил. Зеленый, синий. Ага, так, 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 так. Отлично, отлично, обшивку сняли. Кек. Открываем руку. Отлично, теперь поместите новое оснащение и обшивку руки. Так, эти сняли руки. А давай ради прикола попробуем неправильно нажать. Не, мы уже далеко зашли. Так мы же сохранились. Желтый, красный, синий, так, желтый, красный, так. Давай, мы же сохранились. Сейчас, подожди, так. Так. Так, так. Не мы. Потом, в следующий раз, еще это не последний апгрейд. Оставили в следующей серии интригу. Отлично работа, теперь пройди диагностику. У нас еще вторая рука, так что я тебе подсказывать специально не буду. Ма, да я без тебя пройду. Подсказать не будет. У нас следующие есть еще глаза там. Глаза и все остальные штуки. Но тут всего два цвета юзается. А нет, уже три. Все прошли, отлично. Эх, сделали, а я ж так надеялась. Прекрасная работа, процедура для второй руки выполняет не нужно. Этим займутся автоматические вспомогательные системы. У нас в следующий раз глаза будут и другие, а вот там я покажу, в самом начале сделаю специально фейл. Знаете, неожиданно, чтобы Ма кекнула, сейчас она готова была, а я сделаю так, что неожиданно, и Ма кекнет. У нас кекнет. Теперь Фредди Франкенштейн. Просто Франкин Фредди. Так, завершить улучшение. Так, интересно, что у него, что он скажет? Ма, ты же это, кстати, Ма, на самом деле тебя обманул, дудскримера нету. Ма, слишком рано нажал. Ма, кекнула. Ма, хотела скримера, получила. Блин. Я не ожидала, что это будет, когда провода будешь отключать. Нет, я специально, Ма. Ай, вообще. Фу, я даже не ожидала. Я даже я знал, я знал, я знал. Ма, там просто кекнула. Отлично.
мое сердечко. Завершено. Мои руки стали другими. Где ты достал эти детали? Лучше мне этого не говорить. Какая удача! Теперь я могу рвать сетчатое ограждение в здании, как это делает Монти. Вот так он и делал. Опа! Так, залезаем, залезаем. Так, текаем, текаем. Луна здесь где-то неподалеку. Почему интересно звездочки? Все, успели. Еее! Повезло, повезло. Повезло, повезло. О, все. Я очень рад, что ты успел вернуться на зарядную станцию, Гриша. Улучшение установлено, теперь я могу пройти на территорию гонок Рокси. Я давно там не был, и может там тебе удастся найти подсказки, как можно справиться с Рокси. О, господи, смотри, какой он, глаза одни только видно. Вообще жесть. Так, ну чё, получается, друзья, на этом как бы мы завершаем данную эпопею. Ну как, будет продолжение? Если хотите продолжение, пишите в комментариях, мы тогда сможем победить и Рокси, и Чику, и всех остальных. Хотите вообще это увидеть, нет? Так, тут что-то открывается. Ого, вау. Это павильон Рокси. Так, заходим, это павильон Рокси. Вау! Ну, крутёк, да? Гонки Рокси! Ого, это у нас уже какая-то непонятная саванна, что ли, типа пустыня какая-то или чё? Ну, чё-то типа того. Так, заходим аккуратненько, аккуратненько. Оф. Под стульями. Так, сидим. О май гад, он же посветил на нас. Ну, ма, тихо. Так, фонарик выключили. Не палимся, так. Здесь очень странная штука есть. Смотри, я тут нашел игровой автомат. Называется... Квест принцессы. Это намек на ванне. Давай поиграем сейчас. Кстати, друзья, чтобы получить истинную концовку, вам надо пройти 3 игры. Я вам сразу говорю, вот эти. Итак, запускаем. Так, это очень странно. О. Так. О, жизнь. О, тут жизнь была. Прикольно. Так, идем. Ма, ну страшная какая-то игрушечка, да? Ну страшно, ребят, игра, блин, смотрите, какие-то кляксы летают. Так, здесь проходим вот так, аккуратненько, аккуратненько, блин, оп-оп-оп-оп-оп. Я, короче... А в дверь нельзя зайти, пока мы не зажжемся огни, да? Ну, конечно, ма, так, сейчас. А, смотри, мы их фонарем, когда не задеваем, они спят. Да-да-да, поэтому аккуратненько, аккуратненько. А фонарь нельзя погасить? Ма, конечно, нет, это отсылка к ванне, я уверен. Так, все, ждем. А почему ты так думаешь? Не знаю, так, все, сейчас их приманим всех сюда. Блин, там последний не приманился. Вот собака. Так, укусил. Да, он нас укусил, ребят, блин. Так, аккуратненько проходим. Так, так, блин, тут сложно. Оп-оп-оп-оп-оп. А, нормально, пробежали. Так, живем, живем, так, здесь зажигаем огни. Давай сначала самый хард вот здесь. И вот здесь был, внизу. Пока внизу, не, да-да-да. Пока они все за нами не ходят. Да. Так, тут здесь тоже прошли. Мам, у меня уже руки так, вспотели. Все, они нас заметили. Они нас заметили, так. Все, оп. Мы все зажгли, отлично. Так, текаем, текаем, текаем отсюда. У нас пока 3 жизни, да, отлично, живем, живем. Тихо. А там была еще дверь с другой стороны. Так, вот здесь самое сложное. Оп, 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 оп. Я просто не помню, куда идти. Блин, тут вообще нельзя сориентироваться никак. Просто потемки. Просто да, так, так, так. Блин. О. О, у нас 5 жизнек, нормально. О, блин. Ого, ты увернулся. Нормально, так, так, так. А куда идти, я не понимаю. Вот сюда. Попробуй сюда и наверх сейчас. О, ого. Мы вышли, накладываем. Так. Так. Что это за кладбище? Они все разные, а плитки поломаны у них. Да, 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 проходим, проходим. Вот сюда. О, тут надо еще тоже... О, нормально. Ой, мать, крипово, да, игра? Прикольная 2D игрушка. Мы здесь были же. Были? Ну мы, по-моему, сюда и зашли, нет? А, ну мы там не зажгли, походу, все фонарики или что? А, сундучочек, вот. Смотри, необычный ключ, интересно, что он открывает. Тут дверь. Вот эта дверь, да. Да, фиолетовая. Идем, ма. Ма, страшно? Ну, надеюсь, скримера в конце не будет, потому что... О, боже.
Что это вообще? Это Вильям Аттон. Спрингтрап. Типа он захватил разум. Смотри, он сюжет рассказывает, он захватил разум в ванне. Вот он как. Типа она сначала боролась со злом, но потом примкнула. То есть игра рассказывает, что произошло. То есть пришла, смотрите, принцесса, воительница. Это как раз Ваня охранница. Мав, это сюжет прям рассказывается. Мав, все, игра пройдена. О, прошли. Отлично. Так. Давай позарядим фонарик. Давай позарядим и отправляемся теперь диджея гасить. Так. Так, мы вышли в диджей. Мав, о, красиво, да? Мне нравится зал. Посмотри на люстру. Обалдеть. Вообще обалденно. Не волнуйся. Смотри, такая статуя стоит. Это аллигатор и... Которого мы Фредди. Уже коконули. О! О май гад, блин! Пока мы разглядываем! Это робот! Так, тихо, бежим. Боже, аккуратно. Страшный. Аккуратно проходим, проходим. Пока никого нету. Если что, у меня есть камера, чтобы сфотографировать. О, ослепить. Сейчас ванна придет. Так, аккуратно. Так. Блин, я уже, у меня адреналинчик от этого робота. Адреналинчик, так. Ма, хорош, хорош. Так, здесь проходим вот так. Сколько здесь автоматов, капец. Очень много. Играют люди, значит. Дети, короче, в игры играют. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, оп. А куда мы бежим? Я подозреваю, что нам надо вот сюда. О, аллигатор нарисован. Так. Нам, короче, надо, смотри, попасть на гонки Рокси, или это надо изготовить голову, но... а это что за сумка? Ого. Западный зал игровых автоматов не смог завершить работу в штатном порядке. Это могло привести к повреждению данных, выполняя процедуру запуска. Прежде чем продолжить перезагрузку, диспетчер звука нажать мигающую кнопку рядом с танцполом. Грегори, система безопасности знает, что ты здесь, поэтому она тебя изолировала. Сбрось выключатель и восстанови подачу питания в западном зале игровых автоматов. Кто хочет конфетку? Чика вернулась. Так, надо питание возобновить. Так, подзаряжаем фонарик. Чика, ну, знаешь, как такая бабуля, знаете? Да, 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 да. Конфетку подсунуть или печенье. Так, все, аккуратно. Так. Ой, если она здесь, она здесь. Экран прыгает. Ай, блин, она сейчас придет. Блин, опять! Робот нас поймал, сейчас Чика прибежит. Тихо, аккуратно. Ты видишь ее? Нет. Так, смотрим внимательно. Пока нету. Ребят, вот это напряг вообще. Напряг. Ма, это еще не напряг, это еще лайт. Это лайт. Друзья, я вам покажу дальше вот напряги. А что это за отверстия цветные в стене? Ну, сейчас увидишь, Ма. Так, сейчас спускаемся. Так, ой, я сейчас спалил. Тихо, хорош. Ма проскользнул просто. Ма прям вместе со мной переживает. На нервах, я вообще подсела на пукан, ребят. Так, вот сюда бежим, отлично. Блин, вот эти отверстия мне... О! Да блин, опять! Тут Чика. Так, на всякий случай. Я вижу. Офигеть. Меня больше сейчас пугает Чика, а не спящий чувак. Ну-ка. Мам, пропал. Музыка заиграла. Мы, кажется, кого-то разбудили. Как он смог попасть-то? Он же только что тут лежал. Ма, ну как-то пропал. Так, ладно, хорошо, давай. Пробегаем. Может, ты камеру на всякий случай возьмешь? Кого на? Камеру возьмешь на всякий случай. О! Мау, офигеть! Выбегаем отсюда! Блин, возьми камеру. Офигеть! Давай, взял. Сейчас, надо поставить его. Офигеть, гигант, смотри. Это жирный паук. Он полез туда! Офигеть, так. Он будет сейчас там лазить по этим штукам. Да, мы помнишь, спрашивал, что это за отверстие? Это его отверстие. Блин, жесть. Так. Он будет в рандомных отверстиях появляться. Ой, что я заныкался-то? Ай-яй, сейчас палит. Тихо, живем. Слушай, заныкайся, просто посиди. Давай мы просто посидим. О, одно нажали. Блин, ребята, еще, чтобы вы понимали, за нами еще и Чика ходит. Еще и Чика ходит, надо... Так, аккуратненько пробегаем. Иди, пожалуйста, за Чикой только, хорошо. Следим, Ма. Ну еще музыка играет, ничего не слышу. Ма, я на танцполе. Да я вообще, я слышу, как она кричит. Так, бежим сюда. Чика у нас тут, блин. Проходим, аккуратненько. Следим, тут зал. Опа!
О, здравствуйте. А вот и паук был. Так, пробегаем сюда. Он там был, я его не заметила. Был, ма. Так, вот еще один рубильник, отлично. Все, ждем, пока камера перезарядится. Так, а как долго она перезаряжается? Очень долго, ма. Сидим пока. Пока еще не перезарядилась. Ну, она... Фонарик еще кончается. Блин, ребят, вот мы встряли, у нас фонарик кончается. Сейчас, о, все перезарядилось, отлично. Ты так. Слышал эту музычку? Да. Где Чика? Ты видишь ее? А, офигеть, видно, вообще. Смотри внимательно. Она где-то... Нормально. Живем. Я капец, я напугалась. Ма, живем. У меня реакция мангуста. Энергия кончилась. Остался последний агрегат. Бежим. Спалили. Ой, блин, ребят, вот это капец. Майк, что начинается? Просто у сейчас ума, короче, это... У меня уже подгорает, ребят, не страшно. Она где-то... Давай она где-то бежит. Маль, нет, не надо прятаться, надо мама проходить. Последний остался тут. Я понимаю, но у нас пока камера не зарядилась, может, я где-нибудь подожду. Отлично, все, зарядилось. Тогда мне сюда. Фонарик разряжается. Так, последний рычаг остается. Хорош! Опа, ма! Ма, привет! Текаем! Текаем! Бежим, ма! Блин, он сзади, да? Он сзади идет! Беги просто, пожалуйста, Грег, не возьмись от камеры! Бежим! Офигеть, он рядом! Так, забегаю быстро сюда! Все, отлично! О! Вот это был трэш, ребят. Ма, ну как тебе? Ну как всё, мне? Как это голова гонщика, нам нужна она. Так, зарядим, у нас как раз фонарик сел. Мы здесь в безопасности, в таких местах. Фу. Отличная работа, отнеси отремонтированную голову назад на гонке Рокси. Давай сохранимся. Ма, пойдем, не ссы. Не, давай сохранимся, ты чё, в смысле? Ладно. Вы слышали реакцию? Да, сохранись! Так ты чё, если мы сейчас не сохранимся, там нам придется всё заново проходить. Да, ма. Так, все. Сейчас тут еще, кстати, есть мини-игра. Ты видела, пока он там был? Она все ещё тут, смотри, Чика ходит. Ма настолько сильно боялась, что даже не обратила её. Ма, ну как было, жестко, нет? Ну, страшно, да. Страшно, вырубай. А куда этот гигант-то делся? Ну, ушел куда-то, ма. Тут есть, кстати, игра. Вон, смотрите, игровой автомат номер 2. И тут еще есть, кстати, сумка. Давайте прочитаем сообщение. Фух. Ма, дух переводит. Итак, сообщение. Принцесс Квест 2 не загружается. Не могу понять, почему. Автомат выключается, когда я пытаюсь сыграть. Будто у него ко мне личная неприязнь. Впрочем, неважно, мне и так не удалось найти автомат первый. А мы, видите, прошли автомат первый, поэтому мы можем пройти к Принцесс Квест 2. Может, поэтому он отключался? Да. Теперь смотрим вторую историю. Вы живы? Хорошо, возьмите меч света и отправляйтесь. Так, дверь закрыта. Мне чем-то напоминает это игру Лимбо. Ну, что-то есть такое. Так, проходим сюда. Теперь мы их можем бить хотя бы. О, это хорошо. Так. Оп. Ну, странно, да, во ФНАФе, видите, вообще мини-игры. Это немножко как-то дезориентирует так. Жизнь-ка есть? Да, как будто мы в другую вообще игру. Да, то есть. И это, знаете, друзья, тут скрытый смысл есть. Ой, тут что-то много очень. Ну хорошо, у нас есть меч. И он, кстати, бесконечный, я так понимаю. Он не ломается. Ну, типа того. Опа. Ой. Это что за растение против зомби? Да. Ну я пока уворачиваюсь, хорош. Опс. Нормально живем, же тут хотя бы жизнь падает. А, нормально. Это от них, когда да. Так.
Зажигаем. Так. Да-да-да, музыка прикольная, она таинственная. Так, проходим. Блин, столько залов. Очень много. А, мы зажигаем мечом прям. Да-да-да. Оп-оп. Ой, сердечко, сердечко, сердечко. Нормально, живем, 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 живем. Надо подобрать. Надо, сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормально, сейчас, 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 сейчас. Финтуем, финтуем. Живем. О, отлично. Все, живем, живем. Да, так. Там еще одно валялось где-то. Сейчас вот здесь надо. Все, открылось у нас этот. Забираем сундучочек, получаем ключик. Маленький ключ. Отлично, он нам нужен будет. Ой. О, нифига, успели. Так, здесь ничего не видно, но нам, по-моему, надо, если не ошибаюсь, сюда. Та-та-та-ра. Нормально, нормально. О, а, вот, смотри, да, вот, тут, короче, теперь есть тень. Вот так, это головоломки. О. Тут надо все зажечь. Капец, тьма. Ребята, это тень тоже как будто бы отсылка. Да, 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 типа Ванесса стала злой. Короче, и тут очень много отсылок, друзья. Эта игра, она... Вообще, если вы пройдете три вот эти игры, то вы можете выбрать концовку «Освободить Ванни». И она освободится от власти Спрингтрапа. То есть, потому что в первой части... В первой части Спрингтрап, типа, ее захватил. Да что ты гасишь меня? Ой-ой. Живем, живем, живем. Так, я, блин, разговариваю, немного отвлекаюсь. Нормально. Так, давай тогда не отвлекайся. Мы Ма, что, я молчать буду? Тогда ты говори. Я говорю. Все, отлично. Говорю, говорю. Говори, говори. Чисто ма-говорилка. О, открыли, что-то открыли. Мне интересно, кстати, на какую концовку мы нарвемся? Мы на истинную, ма. Истина где-то рядом. Друзья, вы увидите истинную концовку, я реально вам постараюсь. Кстати, есть еще фейк-концовка. Фейк, да, 6 концовок, только одна истина. Короче, расскажу, как определять. О, сейчас, подожди, тут головоломка очень сложно. Так. Так, сейчас. А, надо один раз сюда. Один раз сюда. Все, прошли. И тут он говорит, поздравляем, вы выполнили время спать. И мы оказываемся в пиццерии. Необычно! Пам-пам-пам. Помните, какой-то следящий... Это, короче, это, да, следящая с камерой. Это комница охраны. Охрана, то есть уже подтверждено, что это Ванесса. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете. Это очень важно, теории разные. Почему она себя так изображает в виде принцессы? Это очень хороший вопрос, Ма. Мы об этом тоже можем поговорить. Если, друзья, если вам будут интересны теории, мы об этом тоже поговорим. Так, ну что, отправились на гонки Роксима, побежали. Так, ну что ж, голова у нас готова, Фёдор нас стоит, ждет. Смотри, мой какой Фёдор. Да, с другими. Итак, ну что ж, крепим голову бота. О. Гонки начинаются. У нас сейчас будут гонки? Мало же гонки, Рокс, смотри. Едем такие. И такая, смотри, сейчас. Наблюдает, наблюдает. Такая. Привет, Рокси. А чё он такой чёрный? Пока, Рокси. Ой. На! На! Мы её... Просто. Мы ее все? Мы ее кормили? Да. Ну, Ма. Это так было изи? Ма, ну подожди, подожди. Подожди. Не, она же не будет сейчас поломанная за нами бегать. Блин, ну вот духота. Ну да, она сейчас станет, у нее поломанная рука помятая. Ну да, конечно, она стала уродливой. Вроде вышла из строя, Ма. Ничего не знаю, Ма. Вышла из строя. Чё ты мне тут спойлеришь? Ну да, 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 да. Да, 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 да. У нас так. Звездочки летают перед глазами. Вот она. Забираем глаза. Господи, 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 господи. Господи, господи. Всё, отлично. Ма, да нет, всё, она спеклась, короче. Чё ты мне тут рассказываешь? Всё, уходим отсюда. Так. Она злится. Она нас не видит. Она нас не видит. Она на звук идет. О май гад, господи. У меня истерический смех начинается. Ма. Оп.
Так, проходим. Думаю, что будет у меня опять какой-то хейт необоснованный. Ма просто хейтит. Во-во-во-во-во. Нормально, нормально. Так, аккуратней. Ой. Вот жесть. Я просто сижу, смотрю, мне страшно бывает. Оп-оп-оп. Ой-ой. Оп. Спрячься. Отлично. Оп, отлично. Вылезаю. Ма, хорош. Такая, я тебя слышу. Она же не полезет, она нет, она не полезет там. Ну, не что знаю. Что сейчас к нему опять? Все, выходим наверх, выходим. Так, поднимаемся. Больше не будет ничего страшного, да? Ма, такая растрясик, такая. Все, не будет ничего страшного. Все, мы вылезли, все. Уходим, Ма, отсюда, идем апгрейдить Федора. Шло время апгрейдить Федора. Внимательно. Так, у нас опять сложный челлендж, ребят. Если мы что-то сделаем неправильно, то Федор на нас нападет, поэтому аккуратно. Да. Аккуратно, запоминаем. Сейчас будем ему глаза менять. Давайте демонтируем морду Фредди. Нажмите на нас Фредди, чтобы снять кожух черепной коробки. Черепной коробки, ма. Отлично, так. Отключаем. Блин, его лицо слишком близко к экрану. Так, чё, вот так? Потом так? Мат, запоминай, ма. Зеленый, желтый, красный. Так, зеленый, желтый, красный. Зелёный, красный, да, желтый, да. Синий, да. Отлично, отлично. Ма, давай запоминай, ма, запоминай. Открываем глаза. Второй глазик. Отлично, вставьте новые глаза в пустые глазницы. Ма, ну это крипово, да? Я в напряжении сижу. Так, смотрим. О, они не отличаются. Прекрасная работа, подключите глазные кабели. Так, кабель надо подключить, ма. Смотрим. Красный. Красный. Желтый, зеленый, желтый, так. Зеленый, красный. Смотрим, сейчас будет много. Зеленый, красный, синий. Зеленый, красный, так. И потом так, и вот так. Да. О, закройте коробку. Запуск фазы. Сейчас будет сложно. Все, давай, смотрим. Внимательно. Синий пока, ну пока изи. Синий, красный. Фу, справа синий, слева красный. Синий, красный, желтый. Синий, красный, желтый. Красный. Синий, красный, желтый, красный. Синий, красный, желтый, красный. Синий. Синий, красный, желтый, красный, синий. Синий, красный, желтый, красный, синий, желтый. Синий, красный, желтый, желтый, красный. Красный, синий, желтый. Ай-ой-я. Первого раза получилось. С первого раза. Ма, прикинь, если сохранений нет. Так. Завершить. Мне сейчас диалоги больше будут нравиться. Смотри. Как тебе новые глаза? Регулировка дается мне сложновато. Ты выглядишь по-другому. Я могу увидеть движущиеся объекты сквозь стены. Правда? Я не знал, что Рокси может видеть сквозь стены. Это глаза Рокси? Ну да. На гоночном треке произошла авария. С ней все в порядке? Ей ничто не может остановить. Такой жмых, вообще не могу. Просто Фредди обманываем, глядя ему. Грегори, отличные новости, уже почти 6 утра. Ты будешь в безопасности, сможешь найти выход. Поторопись, воспитатель детского сада совершает последний обход. Ма, опять воспитатель детского сада. А, это солнце и луна? И смотри, у нас все звездочки. Почему? Это очень странно. Кстати, друзья, смотрите, интересная особенность. На Грегори как будто бы помехи. Да, у него какие-то эффекты в глазах. Живой человек не может видеть звездочки, получается, Грегори. Аниматроник. Это моя теория, кстати, реально, друзья. Так, все, надо сейчас выбраться отсюда. Бежим. Фу, Ма, это последняя сцена. Ну капец, да, страшно. Это кадр, конечно, ребят. Просто вообще такой. Он в лифте застрял, смотри. Ну крипота, да, смотри. Ма, крипо. Смотри, реально с глазами у Грегори какие-то неполадки. То есть мы очень странно все видим. И когда Ванесса появляется, короче, смотрите, друзья, помехи, такие же, как на камерах. Моя теория, чисто мое личное мнение. Мы ели с детских витаминок. Мое личное мнение, Грегори аниматроник. Ой, да, Грегори аниматроник. Так, залазим.
Ой, господи, я сейчас боюсь этого солнца и луну опять. Манисцы, сейчас, так. Самый страшный аниматроник какой ты думаешь, Чика или солнце? Я думаю, солнце луна. Ну, слушай, тут я бы поспорила, наверное, Чика меня больше пугает. Так, идем, короче. Сейчас надо добраться до лифта. Я помню весь павильон, сейчас быстренько добежим. Друзья, я мог бы это промотать, но я хочу вам показать все-таки, чтобы честно все было. Так, просто бежим. Офигеть, ничего не видно, вообще просто ничего не видно. А, кстати, почему у нас появляются звездочки теперь? Ну, в этот... Это очень интересно, я же говорю. Я считаю, это он... Это же с чем-то связано, да, должно быть? Ну, я считаю, он аниматроник. Гриша. Гриша аниматроник. Ну, что? Если бы мы были аниматрониками, нам бы нужна была подзарядка. Но так мы же как... не подзаряжаемся. Ну, хороший вопрос. Ну, короче, это все странно очень. Потому что, смотри, звездочки. Так, ладно, бежим. Так, мы сейчас в главном зале. Вообще плохо очень ориентируюсь, когда вот такие звездочки. Тут еще, ну, роботы, да, ездят. Плохо видно. Так, нам надо попасть... На лифт. Ой-ой-ой, тут аккуратно. На лифт, да. Так, бежим. Сейчас, кстати, солнце луна уже придет, поэтому быстрее бежим. Нам надо заряжать фонарик, там была зарядка. О-о, так, нормально, нормально. Он разряжается. Нормально, 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 успеем, успеем. Вот они, лифты. Ма, Ванессу дерзко озвучивай, прямо сейчас будет как Ванесочка говорить. Она тебе такая, так-так-так, молодой человек. Чуть вот такая. Она так не пищит. Эй, малыш, знаешь, который час? Двери открыты. Почему ты все еще здесь? Планируешь тут поселиться или ищешь работу? Может, поучаствуешь в программе стажировки, и с тебя получится отличный охранник. Грегори, думаю, тебе полагается награда. Иди проверь главную сцену. Ага. Она что-то подсунула в главную сцену. Мы такое проверять, друзья, не будем. Смотри, 5:56, мы можем сейчас выбрать. 4 минуты осталось. 4 минуты. Это мы... ночь получается. Да, продержались ночь, сейчас выберемся. Просто бежим. Ха. Слышишь звуки? Что-то мне кажется, что все непросто. Луна, спокойной ночи, говорит. Он сзади нас, он сзади нас. Ушит, ушит, ушит. Вот она, дверь, вот она. Он говорит, Фредди, открыто. Нет, я не могу выйти из этого здания. Конечно же сможешь, пойдем, мы где-нибудь тебя спрячем. Без зарядной станции мои системы отключатся в течение часа. Это мера предосторожности, такова моя конструкция. Я должен остаться здесь, не смей возвращаться. Здесь никогда не будет безопасно. Я буду скучать по тебе. Фредди, если я уйду сейчас, ничего не изменится. Ведь так это исчезновение не прекратятся. Да, боюсь, что ты прав. Грегори, ты должен принять решение. Дверь открыта, и ты можешь уйти. Или можешь остаться и продолжить расследование загадок Пиццаплекса. Что-то мне подсказывает, что Ванни не единственная проблема этого места. И смотрите, короче, друзья, у нас есть выбор. Да. Либо остаться, либо уйти. Если остаться, мы получим истинную концовку. Если мы уйдем, мы получим фейк-концовку. А что будет в фейк-концовке? Давайте, друзья, мы в следующей серии пройдем истинную концовку. Сейчас мы увидим фейк-концовку. Блин, мы оставим Фредди. Ну ладно, давай, пап, посмотрим. Что посмотрим? Будет. Ну да, интересно же. Луна, короче, улица. Гриша бежит. В истерике просто. В истерике, да-да-да. Чисто позже. Мы чисто в какой-то подворотне. В коробке. Ну что, чтобы в Пиццаплексе остались. Да. И тут, смотри, написано, разыскиваются пропавшие дети на газете. Ага. Пом-пом-пом. Тихо спит. И... О май гад, серьезно? Это была фейк-концовка, это будет неправильный выбор, если вы сделаете. В принципе, все. Да, она все равно, короче, вас найдет. Короче, и мы выбираем остаться, друзья, на этот раз. Помните, в прошлой серии мы выбрали уйти. Ма, помнишь, да, мы ушли? Да, она все равно кокнула в ванне. И теперь остаться.
Мы получаем билет на вечеринку. Ты остаешься? Я так рад. Вот, я нашел билет на вечеринку. Здесь есть места, которые мы еще не исследовали. Веди меня, звезда. Go, little rockstar. Так, ну что ж, друзья. И сейчас... Блин, тут звуки этого. И сейчас тут мундроп где-то ходит, ребят. Так, все, мы бежим сейчас. Короче, я сейчас бластер получу, и мы пройдем игру до конца. Нам, ну, вот, смотрите, есть камера, а будет еще и бластер. Зачем ты так со мной? Так, все, побежали, короче, побежали. Ма, и так мы попали на шоу Phaser Blast. Нам надо сейчас получить. Такой, эй, у нас тут вечеринка, хочешь пострелять? Подходи, не скучай, сегодня будет весело. Ма, ну будет весело, сказал. Тогда идем. Ну, раз весело, то, конечно, да, мы сходим, чего бы нет. Ты когда-нибудь играла в лазер трек? Друзья, вы играли, короче, лазерами стрелять друг друга? Лазерами нет. Это офигенски. Ну, кстати, в реальной жизни офигенски, но тут, ну, тут так, хардово, я бы сказал. А как это работает, в смысле? Ну, на тебе ставится датчик, и типа жизнька есть. И каждый, кто тебя попадает, у тебя жизнь отбавляется. И вы, типа, перестрелки устраиваете просто лазерами. Сейчас увидишь, короче. Так, вот как раз тут есть. Смотри, сохранение-то не работает. Нельзя сохраняться. Итак, друзья, мы сейчас должны пройти... Возьмите бластер и постреляйте им. Да-да-да, конечно, мы все поняли. Сейчас сделаем. О. Так, а в кого мы будем этим стрелять? Вот он, Phaser Blast. В роботов? И там еще Чика будет на вечеринке. Вроде как, и это не супер, точно. Супер вообще. Вот, шлем одеваем. Я готова подстрелять. Так, ну что ж. Красиво. Так, все, надо 3 захватить базы, и мы победили. Ма, 3 базы всего захватить. Это изи будет, да? У нас жизнь, смотрите, у нас 6 полосок вверху, видите, health. И у нас перезаряжается бластер 5 аж. Ой. Игра начинается, Ма. Так. Аккуратненько, так. Пробегаем сюда. На эту платформочку. Такая музыка, капец. Все, пошла, пошел батл. Пошел, да, батл. Оп, еще Чика. Отлично. Так, мониторим. Nice shot. Мониторим. Нам надо продержаться 20 секунд. Видите, таймер пошел. Охраняем зону. 20 секунд, 20 секунд. Хорошо, ушатали. Опа, опа, хорош, хорош, хорош. Опять nice оп, оп, смотрите, целится, целится. Оп. Ха. О. Хорош, хорош, хорош. Оп, 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 вон он. Оп, мимо. Ой, чуть не попал. Оп, оп, блин, перезаряжается бластер. Блин, 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 красиво. Опа! Прошли, прошли, получилось. Хорош. Это первая только, вторая еще надо. Так, выбегаем. А вон и Чика, привет. Видела? О, блин, вижу. Блин, а что она здесь забыла, Чикса? Ну, тоже поиграть хочет. Хочешь конфетку, опять нас накормить пытается. Так. Здесь тактика крысим называется. Вот так, все, стоим крысим. Просто крысим. Обратный отчет у нас еще. Обрат, все, пошел второй. Второй захватываем. Один, это был у нас один из трех, это второй из двух. Ой, из трех. Ждем, ждем. Крысим, ма. Просто крысим. В лазертреке главное крысить, ма. Это главная тактика. Опа, закрысил. Ребят, ма, веселее, бодрее, ты че там? Да я просто сосредоточена, блин. Ма, ты че, проходишь, что ли? Оп. Ой. Все, прошли. Ждем, пока еще, зарядится. Еще один. Еще один. Сейчас зарядится, смотрите, видишь, у нас полоска справа. 3 из 6. Это он долго очень заряжается. Сейчас зарядится полностью, мы пойдем на последнюю точку. А, мы, то есть, подгружаемся. Вот. То есть, мы должны пройти к этой точке. Нажать на кнопку. Да-да-да, так. Тут еще и Чика ходит. А у нас камера есть? Нету. Ребят, ну, по харду все у нас еще. Конечно. Так, последняя точка. Я бегу, я... Аккуратно. Вот она. Она у нас увидела. Конфетку, где ты? Отлично. Все, ныкаемся. Прям открытая местность, да, надо найти место. Оп. Зныкаемся вот здесь. Опа. Опа. Отлично. Все, стоим, просто здесь пердим. Крысим, крысим. Крысим. У меня перезарядка, у меня 2 выстрела осталось. 13 секунд. 12. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ее, я все прошел. О, мы... Так, все, главное, аккуратно. Так,
Давай позарядится у нас автомат, хотя один выстрел. Давай лучше выйди. Ну, все, все, мы прошли, прошли. Отличная работа, звезда! Ты выиграл Флазер Бласт. Теперь получи приз в зале суперзвезд. Моя суперзвезда! Oh, little rockstar. Ма, откуда это? Это в ТикТоке форсится сейчас очень. Да, суперзвезда? Ну, это песня, да. О, смотри, вот он золотой. Это когда типа руки опускаются, эту песенку поешь, и она тебя подбадривает. Ма, ну вчера мне надо было подбадривать. Друзья, я 12 часов проходил ФНАФ. Я 12 часов проходил ФНАФ. Ради вас, 12. Ма не даст соврать, никто не даст соврать. Я 12 часов сидел и проходил этот ФНАФ. Да, у него такой бомбалейло было, ребята. Это что-то. Отличная работа, звезда. Ты получил Фазер Бласт, но для этого тебе пришлось пожертвовать билетом на вечеринку. Найди комнату охраны, я уверен, там найдешь что-то. Здесь, смотрите, друзья, находится комната охраны. Вот она. И свет гаснет. Грегори, я знаю, что ты и тут. Возьми повышение доступа и беги оттуда. Но сейчас опять должны звезды появиться. А, смотри, на этот раз не появились. Нормально, нормально, живем. Это не зависит от того, ночь или... О, какая удача. Ты нашел годовой безлимитный абонемент Bowling Bunny. Целый год бесплатного боулинга. Стоимость входного билета в Мега Принциплекс не включена. Прокат обуви и шаров также оплачивается отдельно. Такие мы вообще, да? Ладно. Ну, друзья, побежали дальше. Сейчас мы уничтожим Чику. Так, мы на кухне, где, помните, Чику пиццей травили. Ну, как травили? Мы ее просто приманили этой пиццей. Так, а сейчас, короче, надо ее уничтожить. Для этого, смотрите, нам потребуется найти место, так сказать, ловушечку подготовить. Так, давайте посмотрим. Вот здесь хорошее место. Так, кладем. Смесь Монти. Теперь подключаем генератор электропитания. А что эта смесь не сделает? Я не знаю, на самом деле. Видимо, приманка. Там, видимо, очень похоже на вкус пиццы. Так, запускаем генератор. Электричество подалось. Жвачка со вкусом пиццы. Да-да-да, все, идем сюда. И сейчас мы устроим ей ловушку. Майл, готова? Жми. Трэш? Мусор? О, идет, идет. Крепотня какая. А, это мы типа сейчас ее мусор как спустим, как мусор. Так, она жрет. Фу. Так, а мы нажимаем. Пресс, жмем. Так, все, оно опускается. Блин, палка мешает, ма. А, кажется, она завидела. Не-не-не. Не увидела. Господи, какая она страшная. Так, ладно, подбегаем. Сейчас подбегаем, ее толкаем просто. На! Ах ты! Вау! Мы ее раздавили? Ма, вот она, все отлично. Она жива! Она жива, на тебе! На! Просто! Капец, она прочная! Ого, ма! Мы в мусорку упали, ребят. Так, надо отсюда сейчас выбираться. Так, а вот и Чика. Мусорология. Забираем клюв. Вернее, то, что от него осталось. Клюв Чики. Да. Так, ладно. Выбираемся мы отсюда. Все, да? Ну, вроде бы мы. Вот так. Капец от мусора. Так, уходим отсюда, уходим. О, фонарик. Но он нам пригодится. Подзарядить, да. Все, надо отсюда уйти. Так. Фух. Блин, закрыто тут. Ладно, пойдем сюда. Нам надо, по идее, было туда, там выход, ну ладно. В смысле, а куда мы тогда идем? Ого. Крепотня какая. Так, ладно. Генератор надо подрубить. Где-то, короче. О, я вижу генератор. А, их всего три надо включить. О-о. Чё? Ма, ты думала, так все будет просто? Вообще-то да. Так, ма, нет. Я думала, всё, она там того. Ага, так, все. Ищем генераторы, ищем. Так, блин, слушай, ма, внимательно. Так, она где-то бежит. Так, тихо. Так. Аккуратно, друзья. Ни черта не видно. Я слушаю, я наушники прижала. Так, здесь проходим аккуратно, чтобы они не треснули. Иначе мы провалимся просто в мусор. И будет конец игры. Да ладно. Да. Так.
Здесь проходим. Ты там смотри, как бы вперед перед собой тоже. Так, аккуратно. Что за туннели мусорные? Блин. Как там фотик перезарядился? Да-да-да, так, идем сюда. Блин, тут закрыто, вот провод. Идем сюда. Так, я на всякий случай камеру. Да-да-да, возьми, пожалуйста. Ты слышишь ее? Нет. Так, аккуратно. Фу. Тут надо пройти аккуратненько, ой, очень аккуратно. Так. Фу, что-то собиралось вообще вокруг. Она идет, вот она. Так, пробегаем, 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 пробегаем! Че ты вопишь? О, мы нашли еще один генератор. Тихо, 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 тихо. Так, ладно, теперь нам нужно третий найти. Последний, получается. Надо отсюда сначала выбраться. Ты слышишь ее? Слушай, может быть, нам надо было посидеть и подождать, пока у нас камера прогрузится. У нас бластер. Ты слышишь ее? Да, она где-то здесь разговаривает, недалеко. Она сзади? Я не знаю, Женя. Мне страшно самой, я не... Так, проводка. Я не понимаю, куда идти, мы потерялись. Блин, может фонарь включишь, это что вообще? Она за ним бежит. Так. Или сзади. О, жесть. А что так где-то? Да, вот так вот лучше сделать. Ну, у меня нету ничего тогда в руках. Так. Ну ладно, возьми, да, возьми. Проходим. Так, я дрожу на самом деле, прям. Блин, страшно так. Женька трясется. Ну реально, знаешь, как страшно, мы так проходим. Ну я тоже нервничаю. Блин. Так, на всякий случай. Мы правильно идем? Там кто-то светит или там кто-то светит? Это я. Так, тихо. Роботы. Так, главное им сейчас не попасться, потому что... Главное не попасться. Чика придет. Так. Ты видишь Чико? Нет, не вижу. А! О боже, они тут такие страшные! Где она? Не знаю. Она где-то видит? Да, она где-то пришла сюда, она где-то здесь. Я не вижу ее. Я тоже. Я застрял. В смысле застрял? Ты выйти не можешь? А я не вижу ее. А я вижу, как будто бы, я вижу все, что ты видишь. Ладно, пока бежим, пока бежим. Непонятно, куда бежать. Куда нам бежать-то, мы правильно вообще идем? Я не знаю. Возьми с собой, да, у тебя вот бластер есть, ладно, нормально. Нормально, так. Ой, блин, она может просто сбоку куда, откуда-нибудь выпрыгнуть или еще откуда-то. Капец. Вот генератор еще один. Отлично, уходим, уходим отсюда. Так, она может где-то быть здесь. Камеру беру, камеру, все, отлично. Она хоть немножко светит. Проходим, проходим, проходим. Я ничего не вижу, ма. Я ничего просто ладно, не вижу. Ладно, возьми фонарь. Я ничего только просто... Только быстро переключишься, если что. Она где-то рядом. Она где-то тут. Блин, вообще нифига не видно, ребят, страшно, пи***ц. Я ничего не вижу. Так, проходим. Так, где мы? Куда мы? Вау, ёшкин. Я не знаю, что это, но это очень крипово, ма. Стикеры везде валяются с какими-то надписями. Что на них нарисовано? Давай посмотрим. Так, тут какая-то пицца. Это детские рисунки, детские рисунки. А, это детские рисунки, которые рисовали. Блин, ма, какая крипота, я не знаю. Это очень крипово, смотри. Какие-то коды двоичные. Года, блин. Ой, ма. Крипота. Так, проходим. Проходим. Ой. Офигеть! Что это? Ёшкин матрёшкин! Подарок. Ты такая уже музыка. Вы не против? Старый постер. Старый постер. Так, ладно, давай отсюда мотикаем. Сейчас надо сделать операцию нашему Фредди по пересадке голоса. И, в принципе, идем на... По пересадке клюва. Да, и идем на финальный, короче, батл. Так, ну что, мы пришли, сейчас будем апгрейдить Фредди. Последний апгрейд. Еще я готова. Ма, на телефон записывайся, что подсказывает. Не зафейлиться, да, ребят? Улучшение Чики. Добро пожаловать в процедурное улучшение. Не нажми раньше. Да. Чтобы получить доступ к голосовому модулю, необходимо открыть грудную клетку Фредди. Чтобы открыть грудную клетку, демонтируйте бабочку. Так, открываем его грудную клетку. Так, бабочку. Хорошая работа, теперь снимите нагрудную пластину.
Блин, это сложно. Кстати, тут, если немножко не так нажмешь. Так. Отключите провода. Смотрим. Очень внимательно, Ма, смотри и записывай. И лучше смотри. Желтая, красная, красная. Желтая, красная, красная. Синяя, зеленая. А, ну изи, изи. Изи, 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 бризи. Отлично. Модуль снимаем, модуль снимаем. Хорошая работа. Теперь включить голосовые провода к новому модулю. Так, смотрим, смотрим. Красный, зеленый, блин. Там был желтый, да, вот этот. Красный, да. И вот сюда, да? Да. Зеленый, да? Да, 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 жми. И вот сюда, да? Да. Точно? Да, да, точно. Так, смотрим. Желтый, красный, ага, ну изи. Здесь и так, 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 так. Угу. Фух, так, закрываем пластину. Сейчас зафиксируй с помощью бабочки. Так, нажимаем. Выглядит роскошно. Запускаем фазу. Вот здесь очень внимательно, очень внимательно. Красная. Чего это было? Два раза красный, три. Чего это такое? О, три раза. Раз, два, три. А, изи, изи. Раз, два, три. Три. Раз, красный, два, три. Желтая. Капец, да? Что за звуки? Так, сейчас три. Ага. Раз, два, три. Желтый, красный. Капец, да, звуки? О, все, прошли! Офигеть! Да ладно. Да, фаза испытания завершена. Выполните активацию протокола безопасности. Не зафейлились. Не зафейлились. Красавчики. Так, ну-ка. Так, сейчас будет помню. Смешная сцена, вас смотри, сейчас вообще угорует. Грегори, это улучшение деталь принадлежало Чики. Скажи честно, как ты ее достал? Когда я до этого был на кухне, она упала в какой-то для мусора. С ней все в порядке? Ну, она все еще функционирует. Рад слышать. С новым голосовым аппаратом я могу настроить тональность голоса таким образом, чтобы оглушать аниматроников. Ты нам вообще не помогаешь в борьбе с аниматрониками, мы их сами глушим. Капец, блин. Вообще. Просто ты, Грегори, такая мышь! Да, он врет, и Фредди задает вопросы, типа, а с ними все в порядке, но при этом у него установка, которая может оглушать аниматроников. Вообще угар. Так, ну что, на финальную битву пойдемте. Льони гонок Рокси, и здесь находится истинная концовка. Странно, что у Рокси. Вы видели, как нам Федор бежал просто? Да, я это не заснял, просто Мауша пересралась, такая говорит, куда бежит? Тык-тык-тык-тык-тык, он прям такой бежит. Смотрите, мы идем вот сюда. Так, мы можем просто проходить, ему не страшны роботы. Так, хорошо, мы зарядили Федора, ребят. Да, Федор заряжен. Так, заходим в эту дверь. О. Спускаемся вот сюда. Это истинная концовка, друзья. Все, сейчас будет, короче, финал. Я проходил 12 часов для вас. Здесь, смотрите, когтями Монти мы разрываем цепь. И... То есть все приспособления нам понадобятся, чтобы дойти до отсюда. Смотри, просто какой-то туман. Здесь надо будет крикнуть в рацию. Крикнули. Грегори, осторожнее, этот лифт не соответствует никаким нормам безопасности. Не думаю, что он выдержит больше одной поездки. Да, Фредди, это наша последняя поездка. Вы уверены? Да, смотри. Мы уверены. Да. Мы столько сюда топали. Все, здесь работал сейф последний, единственный. Такая музыка искаженная. Ой, куда пошел? А тут он баганый, Ма. Это не обращай внимания, дефекты игры. Так и должно быть. Федор сейчас. Федор просто убежал. Федор испугался. Испугались? Ну, обосрались просто. Так, все, включаем генераторы. Опять генераторы. Федор! Федор, ты где? Он должен разве быть? Он где-то бегает, он застрял, сейчас придет, Ма. О. Федор? А он уже должен быть тут. Федор? О. А, привет, Федор. Боже мой! Федор, здравствуй! Ты внезапный, как Чика, блин. Мал внезапный, как понос. Так, все идем. Короче. Врубаем генератор. Врубаем еще один генератор. Да, половина заряда. Сейчас нормально. Так, врубаем генератор.
Врубаем еще один генератор. Капец, сколько. Провода тебе идут, вот они идут к зарядной станции. Отлично, все, тут теперь зарядная станция. Активируемся. О, мы можем подзарядить Федора. Федор заряжается. Ух. Ма, ну что, ты готова? А чего ты... А, все, зарядился. Все. Я знаю, что это за место. Я был здесь раньше. Она приводила меня сюда. Я впервые осознал себя, когда расчищал себе путь. Я не хотел этого, но у меня не было выбора. Теперь у меня есть выбор. Я изменился. Мои друзья здесь. Они очень рассержены, сбиты с толку. Но я могу защитить тебя. Ма, кто вот... она приводила меня сюда? Видимо, Ванесса. Смотри. Ванесса? Ма, посмотри просто. Это смесь всех аниматроников какой-то... штуки. О, это свинка какая-то. Я не я, смотри, Фредди говорит. И попа не моя, блин. Короче, смотрите, Федор себя осознал. Поэтому он, видимо, добрый. О, смотри, проваливаемся. О, о. Опа, мы куда-то что попали. Что это было? Мы провалились куда-то, ма. Так, поход дела, last fight. Last fight. Ма, знаешь, кто это? Это Уильям Афтон. Оу. Он тоже как кролик? Да. А Уильям Афтон. Подружка, да? Видимо, мада. Она, короче... Он взял контроль Федора! Федор выходит из строя, ма! Федор выходит из строя! Федора капец. Сломали. Так, сейчас надо... Блин, сейчас вылезем из Федора. Федор... Так, все, вылезаем. Все, короче, надо его поджарить, надо его поджарить. Кого? Федора? Да нет. Останови его. О, все. Что это было? Ты в порядке? Он пытался получить контроль надо мной. Я не могу долго сопротивляться. Пипец. Так, друзья. Он? Что это за штука? Это Уильям Афтон. Так, ну что, last fight, друзья. Мониторим. Мониторим. И спасаем Федора. У нас три монитора. Нам надо будет нажимать тут, тут и тут. И нигде не заслакать. Ма, чё ты ржёшь? Чика! Да, нервничай, оп! Так, там Чика идет. Так, отлично. Отлично. Мог репать тат, да? Она долбится в каму дверь. Отлично, она уходит. Это не типа тратим зарядку, побли... не тратим зарядку. Это тут еще зарядка. Видите, видите, вот эта зарядка, ребят, индикатор надо следить. А из этих дверей кто-то должен приходить? Да, еще есть вентиляции. Жмем, ждем, ждем, мониторим. Так, куда он ушел? Смотрим. Он уходит, куда он уходит? Он идет сюда, значит. Он здесь или подожди, здесь? Он не там, где Чика? Рокси идет, так, сейчас. Отлично, так, опа. Где Рокси, надо посмотреть. Она с той стороны. Так, залазим во Фреддика. Ее не остановят двери, он сказал. Только звуком можно ее напугать, надо встать впритык. Там кто-то плачет, ты слышишь? Она идет. Так, сейчас она подойдет ближе. Сейчас напугаем. Блин, залагала. Так, мы ее напугали, отлично, отлично. Нет, она, мы ее не напугали. Она уходит. Так, а что, все нормально? Мы можем обратно во Фредди залезть? О боже, он так бегает страшно. Ну вроде. Так, где он? Он здесь. Так. Здесь стоим, потому что могут еще щупальца из этих вылезти. Могут отсюда. Блин, и нам хана. Блин, что за фигня? Так, он уходит. С мониторим, куда он идет. Он там, он там. Нет. Следи за вентиляцией. Вентиляции. Да, говорят, блин, где он? Блин, он не тут. А, ребят, я вообще просто в шоках. Блин. Я прям не знаю, куда. Блин. Отлично, отлично, отлично. Так, мониторим, о, мониторим. Он долбится. Мы поджигаем спринг трапа. Так, он здесь, он здесь. Долбится вентиляции, так же, мониторим. Так, здесь вот так встаем, сейчас щупальца появится. Сейчас появится щупальца, друзья. Не пугаемся, стоим, ждем. Просто стоим, ждем. Кто-то смыл в унитазе. А так стоим, прям на напряге, на напряге. А где камеры? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, не шевелимся, иначе нам хана, не шевелимся.
Так за... ты не шевелись, не вертись. Мониторим за Афтоном. Смотрим, куда он пойдет. Это очень важно. Так, он уходит, он уходит. А куда он уходит сейчас? Я не знаю, на каким он монитором будет. Смотрим. Возможно, мы здесь. Можем... Но не высовываемся, потому что может вот здесь щупальца. Так, сейчас. Сейчас он. Вот он. Так. Он там. Блин, я вообще не понимаю, где... Так, встаем сюда, встаем, аккуратно. Ма не понимает, но главное, что я понимаю, друзья. Так, он идет понимаю, сюда. Что это за комната такая? Где? Он где-то там вообще, за другой вообще стороной. Ну, а как мы, что мы этими кнопками делаем? Вот этой кнопкой. Мы поджигаем, чтобы он не контролировал Фредди. Каждый раз, когда он подходит, у него есть три комнаты и три монитора. Так, тихо. И надо, короче, ему не давать контроль над Фредди. Он, видишь, как звук такой, он контролирует Фредди. Если он продержит Фредди больше 5 секунд, нам хана. Понимаешь, ма? Нет! Это очень плохо! Держимся! Так, все, следим за Афтоном, следим за ним просто, вот. Куда он пойдет? Ладно, у меня фонарик. Я просто буду комментировать и смотреть. Он уходит. Блин, куда он пошел? Сейчас смотрим. А главное, что щупальца делает? Ну, рипает нас сразу. Поэтому мониторим за ним. Так, сейчас он где-то контроль возьмет. Смотрим. Главное, чтобы здесь не вылезло щупальце. О, отлично. Блин, не я там. Я слышу эти звуки, но я не понимаю. Отлично. Тихо. Еще одно щупальце. Аккуратно, друзья. А, то есть нам к нему нельзя, чтобы... Нельзя, да, вот это очень аккуратно. Все, спрингтрап здесь. Фонарик садится, это очень плохо. Сейчас еще могут аниматроники прийти. У нас дверь вентиляции открыта. Открыта тут тоже. Два прохода, мана паники, а так. А ну как его закроем, там же щупальца. Ну в этом-то и прикол, все, ждем. Сейчас я не знаю как. Ну надеюсь, повезет. Просто я надеюсь, что повезет. Тут, короче, мани состыковка игры, баги. То есть полностью везение, рандом. Повезет, али нет. Ой, так, все. Наш слабый секрет. Все, стоим здесь, стоим, не дрыгаемся. Так, тихо, аккуратно. Вот он, здесь... Отлично, подожгли. Тихо, аккуратно, щупальца не тронула. Так. Отлично. Как мы поймем, что он того? Я думаю, надо еще пару раз его поджечь и все. Ну, мониторим. Так, ладно. Так. У нас Чика, Рокси и щупальца. Ой-ой-ой, кто-то по вентиляции, по-моему, идет. Так, сейчас главное, чтобы он... Давай. Последний раз надо осталось. Сидим просто, не высовываемся. Ух-ух-ух-ух-ух. Мана, напряжный момент, очень напряжный. Так, он уходит. Я так подозреваю, он к этому компу идет. Главное, чтобы не к тому, иначе мы проиграем. Сейчас чисто удача. Да, все, мы прошли! О, спрингтрап такой идет, все рушится, его... Ого, Голден Фредди! Ой, Фредди его сейчас сожрет. Ага, нифига. Так, мы убегаем с Федором. Давай, Федор, беги! Федор, беги! Так, мы бежим, хорошо, окей. Тут хотя бы не это. Да, этот. И мы сбежали, все. Не картинка, а прям показано реально. Да, значит, это была все истинная концовка. Все, друзья, да. Поздравляем! Мы прошли, сейчас увидим счастливую картинку, где Федор и Гриша сидят. Вот все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И все, вот это истинная концовка. Смотри, какая красота вообще. Да, но, блин, как-то так резко все закончилось внезапно. Да. Но, в любом случае, конец прикольный. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это была истинная концовка. За счет этого, я считаю, я заслужил. 12 часов проходил, прикинь. Мы входим в 1% тех, кто до нее дошел. Да, 1% дошли до истинной концовки. 1%, ребят. Один, капец. Все. Всех прикиньте, во всем мире, прикиньте. Офигеть, капец. Вообще. В общем, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Всем поки-поки.